Светлая судьба помогает, темная судьба вредит. Ну, ага. Логично, что надо выбирать светлую, да? Не, ну темная судьба это если ты. А, может быть, хочешь, ты перекинуть, наверное, кубик можешь кому-то. Вместо того, чтобы перекидывать себе, ты перекидываешь я кому-то. Я смотрю. Димасу дало пирата, да, а ну, я возьму дало свет, цыганку, да, какую-то. Я бабка нормальная. Я вообще Максима элитный. Я сморк, блять. А я красавчик. Джентльмен. Блин, Тереха красивая эльфийка. Это мужик. А, простите, всех игрищ. Алькор это ковер в Мартхау, блять. Да, тупо ковер. Кстати, это мужик, да? Вы понимали, да. Бля. Терентию по факту пирата должно было дать было. Это министрель. Да, Терентию должен был быть пиратом. Ты на себя можешь перекинуть кубик другому игроку. А что, я уже не помню, что судьба дает. Мы тоже не помним. В судьбах можно перекинуть себе, короче, кубик светлый, а темная судьба другому игроку пишет, он Терехе. Это пишут Серёге. Типа так это. А почему так Максим ходит? Потому нет, что я выбираю, где я появляюсь. Я шпион, я могу появиться с кем угодно. А-а-а. Я себе спай. Я вот появлюсь с этим прекрасным варваром, ебать. И орком. Йон. Привет, ребят. Здорово. Ходит Димас. А где таверна? Это в городе? Тот тыры. Это в городе, походу. А у тебя есть задание, типа, или нет, что? Наверное, это, нет, по-моему, не. А что это такое? Карта лежит на деление. Это ты положил, Максим? Нет. Нет, это ты тянешь карту. Ты посмотрел. Типа, тут какая-то карта. А, хотя да, это же она лежит. Они обычно. Это новое, да. Теневой бросок? Да. Ебать. Блять, да включай каких-то ебаных модов. Нихуя себе. Нихуя себе. Легенда гласит, что это оружие приведет к концу света. Я тебе скажу так, Диме эту игру хостить графон нельзя, потому что он включает все. Чувак, я выключил еще несколько. Нет, я выключил. Я наоборот выключал, о чем ты? Я выключал. Ну что это за карты лежат? Карты? Я хуй знает. Ну это какой-то мод, блять, там 5 дней назад вышел мод, блять, мне вырубить его, типа. Ну так, блять, мы, типа, это новый контент. В центре почему-то бесплодные земли теперь стали, блять, ледяные какие-то. Это новый контент, чувак, 6 дней назад DLC. Справа снизу данж какой-то появился. Блядь, о, справа снизу данж. Секунду, да. Блять. А, Дима, игру покажи, пожалуйста. Да, у меня почему-то оно меню только работает, лол. А мы можем пересоздать немного более упрощенную версию для первого раза? Пожалуйста, я очень прошу, блять. А в чем? Я нихуя не понимаю, Димас, я нихуя не понимаю. Блять, так я объясню. Что это лежат за карты? Выбери карту. Карты лежат, ты их подходишь и берешь, это типа артефакты пиздатые, понимаешь? А зачем? Зачем они тут? Дополнительно, лежат. Дополнительно. Так, Алькор, что ты будешь делать? Открывать древний склеп или открывать сундук с сокровищами? Вот, я так понимаю, я оба подряд открываете сейчас их буду открывать. Открываете 10 карт из колоды приключений, берете все открытые предметы и сбрасываете остальные. Если вы не открываете никаких предметов, то вместо этого... Ебо, я бы древний склеп открыл. А я не могу это выбрать, я так понимаю. Лиза! Почему не можем? Ухи! Нет, ухи мою. А, сори. У тебя же хопкетчик, по-моему, есть, чтобы врубать. Я подряд должен. Карт. Ебать, что итак, происходит. Итак, тут видишь враги, места, тебе какие-то предметы здесь нужно искать, да? Да, насколько я понимаю, да. Ну, суки, пизда вам. Как круто. Расставите два кубика, кладете на эту карту, количество золота равно веса. Закажи печенье, дикие может, стреляют. Это золото, эта карта будет чего разобрано. Понятно, враг-монстр, небесная ворона, блядь, это ж как кот, это как кот из этой, блядь. Как его зовут там, нахуй? Маша, как кота зовут, который тессерак схавал? Если я, по-моему, с главного орудия, блядь, дам. Это вверх! Блядь, надо было 30 секунд ставить, чувак, что-то так долго. Смертельная магия, святилище министерства. Он даже читать не успел, половину даже. Последователи, блядь. Тут десятка, нахуй, место. У него 20 карт, блядь, нахуй, лежит перед ним. Пиздец, блядь. Алькор принимает решение, там, блядь, я даже не успею прочитать, нихуя. Так а ты нихуя не можешь там по факту выбрать, Алькор, потому что ты должен был все предметы взять. Ну да, я понял. А все остальное сбросить, а там места и враги были. Вот и все. Ага. Так, ход. Хорошо, я понял. Я хожу, что мне теперь надо делать? Я понял, как это работает. А, или посмотреть карту, на которой вы стоите. Блин, графон играет за себя? Да. Так, теперь выберите пункт назначения. За себя из той фотографии, которую ты скидывал, помнишь? Да. Смотри, они у тебя подсвечиваются, куда ты можешь пойти? В токсичном роднике, я не удивлен, что Максим такой токсичный. Сила 6! Я хочу уйти, сила 6! Куда перейти. Сила 6 стартовая! Сила пиздец. Иди разъебывай просто. Хуяйся везде.
правильно сделал, смотри. Пошел. Это хорошо. Да. Я не знаю, я просто, блядь, ты не карты справа нажимаю. Ой, блядь. Дем. Так, и что? Меня теперь убивает дракон, да? Нет, вы сейчас будете драться. Или ты только его кидай. Тебе нужно выбросить, короче, больше, чем он. Больше, чем он. Да. У вас чем на двое. Теперь надо встретиться. Так, стой, подожди. Ну ладно. Вот смотри. У тебя сила 6 дефолт, а у него еще плюс 1. У него 8. Тебе нужно бросать кубик, чтобы... Бросай кубик, типа. Угу. Так, бросай кубик. У тебя 2. У тебя 2 плюс 6. У тебя 8. Ой, блядь. У него 7 и 1, это 11. 11, можешь, да, перекинуть, можешь за судьбу так перекинуть кубик. Но у тебя всего одна судьба. 5-6. Тебе нужно выбросить, да, либо, да, либо 5, либо 6. Да давай перебросим, блядь, такой дракон. А при равенстве сил что? Один. Ничего, типа, ничего не теряет, но хотя бы он, блядь, выживает. Да, но он не получил по лицу, да. Не получил по лицу, нормально. О, а дракон там останется? Ну да, да, дракон, да, будет всех пиздец. Ну так ты съебешься с следующего хода. Ну да. Ну ладно. Так, завершение хода теперь. Али, можно посмотреть карту, да, еще? Не знаю, я не знаю. Нет, посмотреть карту — это дракона, а, мне пока. А, дракона, ну все, я тоже. А сколько завершаю нужно собрать? 5 силы собираешь и на свою силу меняешь, да? Вроде да. Смысл такой, 5? Дракон, что если ты убьешь моба, ты его возьмешь с собой. И когда у тебя будет 5 силы мобов в общей сложности, ты себе добавляешь еще одну силу. То есть у тебя будет не 6, а 7. Разве 5, чувак? Риска. Очень хороший, очень микрофон басит твой очень сильно. И okay, он, когда активируется, очень басы, ебать. Я люблю басы. Давайте смотрим. Под тобой токсичный родник. Кладите сюда две силы, два меня. Потеряв одну жизнь, можете получить одну силу и два. О, нихуя себе, блять, нормально. Это тебе нужно стать сюда. Отменить. Изучаем колоду. Я могу посмотреть, что там, что мы посмотрим. Питомцы. Плакаты розыска. Посмотрим плакаты розыска. Кого у нас там разыскивают, ебать? О, Теребонти! Ебать, за тебя денег предлагают. Нормально. Да? Я же всего лишь Эль. Угу. Так, обилкой посмотрели. Теперь посмотрим, какие эти самые... Это болото. Могу в тени спрятаться у любого человека. Но я хочу ходить. То есть ты можешь сейчас за Лизой в тени спрятаться, и ходить, ходить, да, ходить за ней, да? Да, и карты тянуть. Но при этом она со мной драться не будет. Страшно, на этом деревне не страшно, не хочу. В город не хочу. О, тоже пойду туда. Хребет. В горы? Обвал, а заплатить ему. Думаешь, безопасно, старатель дает. Не, думаю, небезопасно. Но куда-то же идти надо. Пойду в горы. Мне очень нравится мой персонаж. Мне нравится или не очень, не очень. Типа 3-3. И плюс обилки такие себе. У меня 2, у меня 2-4. Обвал. У меня 2-4-4, да. О, привет, о, мистер Дима. Робот. Лагает. Привет. Минус 1 ОХП. А почему я не вижу? Вы достал. Не знаю, должен видеть. Привет. А, да, потому что там нет карты. Привет. Все, я завершил. Походил быстро. Так. У меня типа лох простой. А что значит перегнать золото? У меня есть золото, да? У меня есть 5, по идее. Восстановить одну судьбу, исцелить одну жизнь, получить заклинание. Нихуя себе. Алхимик. А, да, я типа за золото могу... Любые предметы можешь золото перегонять. А, давай заклинание. Вытянуть заклинание. Сила мысли. Или вы не видите это или нет? Мы не видим. А, отлично. Я вижу. Я... Не, мы не видим заклинание. Мы не видим заклинание, мы видим, что ты делаешь. Да. За одно золото получил. Нормально. Но интересно, погнали. Какое заклинание он получил? Мы же не знаем этого. Да. Высокий, вы на этом смотрите, да? Мы не знаем, что так, он получил. Так, ну что, пойдем в город, что ли? Пойти в город или пойти к вам в этот? Он, наверное, долго осмысливал, какое заклинание он получил. А в чем приоритет идти в горы сейчас? Это, по-моему, самая простая локация для фарма. В фарм, да. А, да? Там, или блядь, город. Чат тогда на я будет, что ли, или чё? А куда тебе чат говорит идти? Чат говорит то, что наоборот, типа, по грин-зоне ходить. О, слышишь, спасибо, Шолден, за свет. Я даже, на самом деле, не продумывал, что я так могу сделать. Ну да, это правда, ты прав. Теряете все золото, отправляйтесь в храм. Теряете, бросаете, чтобы принять квест колдуна в пещере. Получаете одну силу, одно умение. Получаете одну силу. Уебать. О, нужно, блядь, в храм. Великий храм. Я думал, что мой персонаж бесполезный, пока мне челик в чате не подсказал кое-что. Да, ты можешь смотреть карту, куда ты идешь. Нет, я могу увидеть следующую карту приключения, какая будет, кто ее тянуть. Я могу пойти на регион, где нужно тянуть карту, или где не нужно тянуть карту, чтобы ее не брать. Ждать, пока кто-то другой ее достанет. Бросьте кубик. Получайте силу умения.
15-16, получайте 7. Бля, давайте заплатим. Я. 3 золотых, нихуя себе. Ого, еба. Да ебать. 7, блядь. Так, я вернулся. А 7 это что? Бросайте один кубик, чтобы принять квест колдуна у него в пещере. Бля, не хочу. Хотел вот так вот переподключил его полностью. Да ебаный! 9, блядь. А не, подожди, 8? То же самое. Да. Ты говоришь, Максим, переподключить не помогает. Дима. Блять, я резартанул его, он все равно, я не знаю. Прилагаешь, да. Пиздец просто. Один трофей значения 7 или больше. Трофей нельзя обменять на силу или умение. Хуй. Ого, не, хуйня, не квест. Ебать, говно, а сейчас? Нормально. Сейчас норм, да. Лиза, так, Лиза ты не ходит. Поверишь, твой ход. Она уже уснула. Да что делать, что делать? Бросай, бросай кубик. Проебал. Бросить кубик. За шо? Ходи, выбирай там регион какой. За вебкой нихуя нет. Ой, иди ко мне, колоды. Тут хорошо, Лиза. А там, кстати, можно будет встретиться с тобой и дать тебе пизды, либо... просто... Либо дать пизды дракону. А, да? А, придется. Дракону в любом случае придется давать пизды. Да? Да. А можно объединиться и дать дракону пизды? Ни одну карту приключений. Нельзя. А где посмотреть вообще обилки своего персонажа? Нажми на своего персонажа, и у тебя будет... О, кстати, да, надо посмотреть. О, меч, нормально. Слышь, Лиз. Только ты сначала походи, а потом нажми, ладно? Потом почитаешь, что он может. Договорились? Заверши ход. Красава. Вот что делает. А у Лизы уже двуручный меч есть по дефолту, увидели? Угу. И у меня будут 3 руки. А где-то верно, гайз. У шамана. Вот слева. Самый, по-моему, левый. В городе, да? Он должен быть в городе, по-моему. По-моему, нет. По-моему, это верно. Это как раз на территории этого должна быть. Деревня. Правый верх это не таверна? Не, правый верх это подземелье. Да, это таверна, братан. А вот таверна, я нашел. Да, это таверна, я знал. А, спасибо. Которая да. На нашей еще, перед подземельем. Да, правый верх это и есть таверна. Да, туда возможно. То есть ходил, Димас? Да, пиздец, там квест 7 трофеев сбросить силой 7. Ебать! Что? А, выбери 4 награды за квест, поместите их на эту карту. Когда откроете ее, один раз в посещении вы можете сбросить один из своих талисманов, чтобы получить... А, талисманы нужны. И можешь зайти взять пушку. Нормально. Да, неплохо. Жестко. Ну талисман нужен. Так, сейчас, что вот это у меня такое, я не понимаю. Открывать сундук, брось в один кубик. Открывай. Это ловушка. Ловушка получается. Там реликвия на шестерку. Давай кидай. 3. И что там было на 3? Нет, это я просто хожу, да. Это я не знаю, как просто активируется эта штука. Нужно наступить на нее. О, с нами даже есть Вервольф, а он ходим? Но нет, нужно шестерку. Шестерку нужно бросить. Или единицу, чтобы он пошел. Смерть вроде единицы. Там разве не квест просто сбросить трофей с силой 7? Бля, Графон, бросай что угодно, кроме единицы. Очень тебя прошу. Один трофей? Да, то есть если я брошу единицу, я могу... О, нихуя. С тобой, да? Да, можешь тащить, ты ебало. Все проще. Силы меньше, чем у противника, то сумма силы и умения будут такими же, как у вашего противника со 7. А, нихуя себе. Хороший предмет. Нихуя себе. Охуенный предмет. Пиздец предмет. Это если на меня кто-то нападает. Да, блядь. На тебя, ну, походу, да. Вообще нет смысла нападать. Так, Графон, все кроме единицы. Все кроме единицы. Все кроме единицы. Бросай так? Единицу. Ух, сука. Блядь. Так он, может, не пиздится. Стой, только перед тем, как ходить, ты можешь нажать на регион и посмотреть, что там видишь, происходит. То есть один раз. Да, то есть видишь, вот те, которые подсвечиваются, ты можешь туда пойти. Перед тем, как идти, нажми левую кнопку и снизу читай, что будет. Так, ну если на этом делении уже есть карта, то тянуть новую не нужно. Тяните одну карту. Так, то вот есть там выделишь карту, посмотришь. Ты туда пойти не можешь. 7. Ты туда пойти не можешь, только в то, что светится. То, что подсвечивается. Ага, вижу. Да, так, разрушенная шахта. Вот. Бросаешь кубик, нападает пещера тролль силы 6. То есть ты на себя нападешь. Бля. Со своим братом подерешься. Может, это твой дядя. 3, пропускаешь ход, 4 выкинешь. Чувак, 4, 5, 6. Ебать, надо идти в шахту. Да, стопудово. Бля, вы же байтесь. В смысле, 50% вы что-то золото. 4, 5, 6 это половина. Тебе нападет призрак с умением 5. Почему с призрак плохо? Потому что у тебя умение 1. Ты типа хуево с ним дерешься. А все остальное тебе нормально. Пещера тролля ты пиздячишь. Ход тоже хуйня. Ну такое. Так, ну давай посмотрим, что получится. Так, ебать, бросаем. Ну двоечка. Тролль. О, тролль. Пиздишься сам, блядь. Да ты его рвалишь и ты ему ебало. По идее мы сейчас можем клеевыми бросками, у кого есть темная судьба. У него модификаторы. Не, он такой же, как ты, но у него модификатор. Честно, почему у него модификатор? Потому что ночь. Ночью или что? Ночью плюс один. Да. Так. Ему нужно идти. О, ебать! Хуя. Подъебать тебя или нет? Мой теневый бросок? Да, можно теневым броском поднимать. Ну пусть побеждает, первый разчик играет.
Так, я подъемку нужно, когда по факту там что-то вообще нереальное происходит. Но он сейчас 6 силы получил, да. Ну то есть у тролля. Значит, может сейчас ты сможешь сейчас поменять своего чела? Не сейчас, по-моему, там 7 нужно набрать, нет? По-моему, 7, да. 6. Да, по-моему, 7. А, значит. Когда он будет 7, сможешь поменять на силу. Если у тебя 7 силовых героев, то, ну, то есть, суммарно побежденные тобой образуют силой или умением, или 7? Чем-то ты там меняешь еще 7? На свою силу. Да, у него 6, плюс да. Один к себе. По 6 будет не 6, а 7. Не, у него 6, надо еще один. Все, понял, да, да, все верно. Так. Вот я сейчас победил, а мне по факту нихуя не дало, да? Нет. Дало боба тебе, теперь его карта у тебя она. Ты потом еще одну соединишь и получишь силу. Да. А ты можешь смотреть колоды? Максим. Да, Максим, да, может смотреть колоду. Как называется место, где мы... Нагорье называется, да? Да. Нагорье, значит, смотрим. Так, что там у нас следующее? О, нормас, нормас. Ебать. Так. А что он смотрит? Что ты смотришь, Максим? Он смотрит, что выпадет с региона следующего. Он смотрит в регионе, какая карта следующая. Да, которая карта приключения. В другом месте, куда он пойдет. О, тяните карту. Да. А здесь и тоже тяните карту. То есть ну, любая, в любом месте эта карта выпадет, да? Он сейчас посмотрел, какую карту да. Тянуть. А мне что-то говорят в чат, то, что с таких лох не дает карту. Дает? Вот сейчас будет умение 3 у нее. Да, я знал про нее. Либо. Вы не сможете уклониться. Типа, это не такой моб, говорят. Умение 3, умение 3, модификатор. А, это не это. Ну, хорошо. Но ей нужно 2, и сука. Ровно. Ровно, да? Ну, значит, похуй, тогда живем. Меня устраивает. А, это не моб, который выпал с карты приключений, типа, поэтому он тебе не дался? Да. Хочешь это сказать? Да, это возможно. По кубику, да. А, ебать, это хуйня тогда, пиздец. Да. Вообще подстава жесткая. Точно. Ну, все, я походил. Бля, мой персонаж, кстати, не такой плохой, когда бля, вот так действуешь. Бля, я теперь во внутреннем круге, по-моему, без фляги я здесь получаю... Дома, это не да? Внутренний круг. Нет, внутренний без фляги это в центре, а ты тут нормально, по-моему, живешь. Да, но здесь мобы жесткие. Нет, вон там пустыня. Восстановлю судьбу. Деньги заканчиваются, Терешенька, денежки. Так уже нет. Троечка. А где так, как там после... А, о. Идем в руины, тянем две карты. Если на этом терене есть какие-то карты, так. Или идем в пустыню, теряете одну жизнь и вытягиваете две карты. Посмотреть, что здесь лежит. Мы не знаем, что здесь лежит. Не, я не хочу терять жизни. Пойду в руины. Кстати, нормально слышно? Да, хорошо. Но ты периодически прерываешься, чуть-чуть. Я просто слышу. Безумец останется здесь до конца игры. Бросьте один кубик и выберите характер. Чуть-чуть активацию, чуть-чуть активацию сделай. И второй магический вихер. Да, прерывайся. Вытягивай все заклинания у всех персонажей, все заклинания персонажей улетают в сброс вместе. Да ну ёбаный! Я за это золото платил. Выбирай, с кем встречаешь. Я со всеми должен встретиться. Сброси заклинания. Лёха встречается со всеми. Ну-ка, какой? 5. Добрый. А, сейчас трех еще раз ходит? Если вам текущий ход... А, подождите, а я был изначально каким? Добрый? Даже у меня персонажа внизу написано. Характер я был нейтралом. А, ну значит не твой. Значит не совершаешь еще один ход. Да. Походил, Кирюх? Да, я походил. Лиза ходит. Я тебе телегу да, написал. Я вижу, я сейчас встречу. А он не бросает. О, бросит. О, 6. Ебать. Так. О, смотри, там ты можешь завалить этого дракона. А можешь не завалить, кстати. Стоп, а горы у нас считаются слева снизу или справа сверху? Слева снизу вроде. Слева снизу горы. Справа сверху пещеры, а справа снизу лес какой-то. Окей. Мы не играли еще с этим лесом, по-моему. Да. Или играли, но не заходили в него. Не, мы играли. Вот там, я и Шузу был. Но мы играли всего чуть-чуть. Разве что на Морозного Дрейка пойти. Смотри, какие у меня конфликт. Стикеры есть классные. Так ты можешь в город ворваться. Ты добрая или злая? Я добрая. Ну, по идее, тебе но... в этом городе ничего не сделают. Ну, я горец. Смотри, гэц. Либо нормас. Я потом фиг выйду из города, ну ладно. Так. Ну, смотри, можешь и в горы пойти. Ну, короче, посмотрим. А в городе также монстры, да? Там какие-то всякие штуки. А у нас от вас секреты чат. Нихуя себе. Вот тут городской патруль, сбросьте все открытые карты. Охуенно. А у тебя есть? В регионе. Не, в регионе. А, ну, так это значит они скинут типа всю хуйню, которая лежала. Так, ну там могут лежать драконы да. Всякие на улице. Так, они прошли такие, ну шо, что тут нахуй такое? Ну там может и хорошее лежать. Поганами твой все. КПГ, давай. КПГ.
Бля, мы это что? Это ребро как? Упал? Один. А, ну ладно, сейчас впервые впадет, ебать. Да, кстати, впервые впадет. Блядь, это бот, да, какой-то? Или это монстр? Кто кидает один или шесть, тот потом ходит еще и за вервульфа. Лиза шесть кинула, она не кинула. А вервульф, когда приходит, там есть разные варианты. Он может тебя укусить там за бочок. Лиза шесть кинула, она не пошла за вервульфа. Не пошла, да? Да, походу только один сейчас будет за вервульфа. Ну да, чтоб не обидно было. А что это за сколько? Катаклизма? Я могу продать, но не пишет за сколько. Бля, ну, ну давай-ка, посмотри нахуй, что на 5, за 5, наверное, 5 этого, 5 золота. А это у Димы такое? Да, он такой нашел клинок. Откуда, блядь, у него в начале игры это? Ну, это самый первый. Вот ты спрашивал, что за хуйня лежит. Класс, блядь, супер вот, нахуй. У него атака 9, если что, это нормально? У него атака 9, блядь. 5. А, плюс сила. Ну и плюс Дима, да. Ну это на разочек, типа? Я не знаю. И плюс бросок. Я надеюсь, это на разочек. Не, он будет ебашить просто всех. А, я выкинул единицу, теперь выбираю стоит. Кого. Так. Да, теперь ты можешь перенести жнеца или либо оборотня. Либо смерть, либо оборотня, да. Давай это вам, по-моему. Или нет, подряд. По-моему, больше. Переместить жнеца. А, да. Нет, я выбираю. На себя давай. На себя. А можно на Лизу, смотри. Или кто это? А, это Алькор. На Алькора можно. А ты кого перемещаешь? А, я могу на него? Да, можешь. А кого ты перемещаешь? Оборотень. А почему 4? Оборотень 4 выпал, какого хуя в упор сходил? Бросайте кубики. Один ты становишься ликантропом, два теряешь жизнь. Бросай. Выпало 4, почему он на 1 прошел? Бросай 4. Бросай 4, да. Давай, да, я тоже хочу быть ликантропом. 3. Один из ваших случайных последователей погибает, если у вас нет последователей, вместо этого теряете жизнь. Ну, дальше минус хп. Теряешь жизнь всего лишь, да? Исцелить восполнить всю судьбу, сбросить любую карту приключения или телепортировать с другого места на следующем ходу. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нормально. Кританул, блядь. Да что, слил, что, я бы слил. А у меня максимально слил. А, нет, 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 это можно слил как раз одно. Я бы не стал бы отсюда телепортироваться еще пока. Я бы телепортировался. А куда? Понимаешь, в чем дело? На какую-то пиздатую клетку. Так нам в горы, блядь, горы заебись. А мы не можем, свежий воздух. Только этот регион. Только вот там, где он стоит. Да, вот если бы я мог горы ТПшниться, я бы точно телепорт выбрал, а тут я хз. Так я бы судьбу регион. Ну давайте вот так попробуем. Будешь ТПшиться? Да. Ну все, потом тогда. Дима, заканчивай. Я теперь хожу. Теперь он за этого ходит. А, единица. А, за жнеца. 240 чем-то как он, блядь, за 4 сходил на одну, я себе еще не понял. Я тоже не понял. За 4. А вот нихуя, дай бастер за подписку. Тисо, добро пожаловать. Спасибо тебе большое, родной. Я одну жизнь, понятно. А ты какой? Я добрый. Нейтральный. Я добрый. А здесь что лежит? Нет, это добрый на то. А как? А, вот, посмотрите карту. А, тут тоже лежит какая-то штука, какую. Да, да, мы не знаем, что там. Да, непонятно. Так, а где-то, где-то у нас была, помните, если вы добрые, получаете, то получаете жизнь. Трап. Дай бастерс, мой любимый, спасибо. Алекс Пиво, добро пожаловать. Нет, нет, уже нет, смотрите, я читаю, если вы злой, то теряете одну жизнь, вытягиваете одного обывателя. Что вытворяет, спасибо. Ух, блять, как плохо-то все. А что у вас тут на токсичном болоте? Хуйня. Это горы. Насчет это волка, горы. Если ночь, то ему пофиг на кубик. Если кинул на 6, а игрок на 3 клетки, волк пойдет на него. Охуенно, кстати, получается. А когда да. день будет, извините? Ладно, тогда я вот сюда пока пойду. И... Расскажите мне, когда будет день, ребята. Вот. Здесь... вот так, а где пишут, какой этот, типа, ночь там или день? ХЗ. О, принц эликсир. Да подожди, я еще не прочитал. Сбрасывайте эликсир, чтобы бросить один куб. Да не важно, пей. Не важно, пей. Пей. Шанс 3, 5, 6, вот именно. Да, 3, 4, 5, 6. Да, я тоже тут смотрю, но... Поехали, ебать. Пей. Поехали. А он не может сейчас. Я не пью, да. Так, бросаем. Ого, побежал. Вперед или назад? Да вперед, наверное. Только в конце вперед. Босс. Видишь, последняя клетка это босс, его пиздить надо. А-а-а. Босс жесткий, по-моему, 15-15 или 12-15. Да типа... нихуя, нихуя себе, по-моему, 9 у него или 8. 9? Ну что-то такое. Босс нормальный, да, там, босс лучше. Очень хороший там. Ну лучше вперед сходить, наверное. Но зато там конечно. Такие карты за босса дают. Ёбан да, за босса босс. Дают охуенно. Да. Но... одну карту. Сейчас там умение будет, смотри. Дух, а у тебя один. Дух. Ух, гроза. Максим не теряет по одной доспехи жизни. А у меня нет доспехи. А, нет? У меня тоже нихуя нету.
А потому что стыки железные, они притягивают. Оружие. Оружие, у тебя в руках палка. У меня тоже. И у меня нету, на пол. У меня тоже нету. Блин, ну заебись. Все, это ход? Чисто, да. Устроились нормально. Так, ну давай посмотрим, что у нас там. Не эти, изучить колоды. 8-8 пишут. Так, на горе, да. Графон так-то по факту с боссом еще может пободаться. Да. А что это ты выбираешь, Максим? Ты просто смотришь или можешь себе какие-то дать? Он смотрит. А что там написано питомцы? Что это значит? Ой-ой, ребята. Надо следующая карта питомца. Он бросает. Так, что у нас тут? Тяните карты. О, тут тянуть не надо. А вот тут надо. Тогда сюда. Ты типа не хочешь тянуть, потому что там пиздец? Там пиздец. Понял. Там дракон похоже. Пересеките город. Типа вот это вот крайнее, да? Там типа пиздец. Нет, он смотрит карту приключений. Карта приключений — это если ты встаешь на клетку, у которой нету определенного этого. Просто тяните карту, написано. Безопасно. И он посмотрел, и там, видимо, какой-то чувак с силой там 8, например. То есть я в следующий раз, если наступлю на хуйню, где нужно брать карту, так, не пизда, да? Нет, да, зима. Ну не пизда, не обязательно. Ну понятно, у них сейчас минус один. У моба сейчас минус один день. Опа, 6. Надо, короче, наверное, выходить из этого круга, как думаете? Или все еще здесь побродить? Мы нихуя не думаем. Башни тяните. Я думаю, бля, думаю, в пещеру можешь пойти? Или в лес? Как думаете сейчас? А, да. Надо графону объяснить, кстати, еще. В чем смысл? Графон, есть центральный регион. Да, мне сказали, что он видишь, там корона. Да, корону забрать. Но тут, чтобы туда попасть, нужен талисман. Нужен талисман, да. И там очень хуёво будет тебе. Талисман либо можно нафармить рандомно, достать где-то, как в диком ключ от лаборатории. Либо выполнить квест. У других? Да, ну или у другого игрока забрать тоже. Вот в этом, да. Или вот в этом регионе, где, видишь, ходит Кирёха ходил, там есть хижина ведьмы, приходишь, у него квест берешь, выполняешь квест, потом возвращаешься на талисман. Магический портал до конца игры останется здесь. Если вы хотите пройти в него, бросьте один кубик, чтобы понять, куда он вас забросит. Горы, деревня, город, пещера колдуна, храм, долина риска. Долина риска. Иди. 4. Пещера колдуна. Пещера колдуна. Да, блять, я вернулся. Ты только оттуда, блять. Сука. Вот. Что тебе надо? Вот тут квесты. Подожди, а что у меня за квест? О, хало уже. Можно заменить. Хуёво у тебя квест. Ты там собрать миллионы этих. Всем и выкинуть. А где он? Вот он. Заменить квест. Подожди, не-не-не. Твой квест? Внизу самом, где карта. Да, красная такая. А, красная карта в слева, чтобы завершить квест, сбросьте один трофей со значением 7 или больше. Сбросить 7 единиц трофеев. Чтобы завершить, сбросьте один трофей со значением 7 или больше. Этот трофей нельзя обменять на силу или умение. То есть мне нужно, грубо говоря, потратить... Айтем какой-то, который 7 один... дает. Нет, грубо говоря, мне нужно потратить, вот как вы возьмете себе, набавите силу или умение, да, мне нужно также сбросить, и я получу, получается, квест сделаю. Нет, этот трофей нельзя обменять на силу или умение. Да, но я не получу силу или умение, я получу это выполнить. Это нормально. Да, ты просто его выполнил. Так это нормальный квест, лол. Я тогда ставлю. Типа Лиза. Сбросить мопца 7. Лиза. Она уже забыла, что мы играем. А щит, here we go again. А щит. О, попудала, он да, снова снизу. Да, поп хороший, платит 3 золота, и тебе, блядь, нихуя. Как в жизни. Блин, а как посмотреть, что это? Да купите зелье, а это... Один трофей, нельзя двух или более? Волшебная лавка. Там же было написано один и более. Там даже рассудили, там даже прайс 7. Есть. Я пойду дальше по... Сейчас еще раз проверим. По дороге. По дороге. Я горец. Не, заходите в... Улица гильдий. Так, что там у нас? Попрошайка. С тобой ходит теперь. Если вы попадаете на единение с персонажем, этот персонаж отдаст вам... Дай ему золото, и он присоединится к тебе. Можно спиздить, менять этого чувака можно на этом. А почему попрошайка дает вам золотое, блять? Что? Он забирает его у золото отдает богатых, тебе и уходит к нему. Ага, попрошайка. Что непонятного? Ты дала ему предмет? Нет, она забирает его. Она его забирает с собой, потом она с тобой на клетку становится, забирает у тебя либо золото, либо предмет и отдает тебе этого чувака. А потом ты так же делаешь. Наняла, короче. Я бы у Димы забрал бы его меч пиздатый. Бля, тебя сейчас у тебя жизнь заберу, слышь ты, Тереха? Я тебя сейчас сам заберу. Тайный путь мудрости. Пути вас настигает неуловимое зрение, вы чувствуете, что в конце путешествия ждет просветление. Количество трофеев необходимых вам для обмена. Вы не можете... Или исцелять жизни, ебать.
Дима, блядь, чувствует тайный. Опа, блядь. У меня нет. А он может его обойти, там пешекатели больше можно. А, нет, нельзя. Не могу. Нельзя наоборот, да. Охуенный путь выбрал, чувак. Ой, так он может. Вы можете обойти силой или умением 5 и выше. Ну, похоже. А как ты его будешь пить? Тебе этого меча мало, у тебя 7 будет, ну и что? Избавиться. Не, не могу сейчас, что-то не то. У вас будет 7-7. А, я обойти могу. Вот обойти. Нет, там умение. Он может обойти. Может, значит, путь заебись, значит, путь правильно работает. На, все нормально. Так, поехали, куб. Что у нас там? Тяните одну карту приключений. Ну, погнали. А тут что? А, тут реликвии, а мне ничего сбрасывать. Сбросьте один трофей. Да, получается, мне нужно не в сумме сбросить, а один. А один, на 7. Который 7. Ебать. Вы можете переместить для него демона в любое отделение этого региона. Можешь его куда-нибудь скинуть нахуй, потому что всем хуярится. Этого региона. А в этом регионе больше никого нет, кроме Кора. Опа. На любое нет, на любое другое отделение. На любое отделение, да. Просто только я вот нажимаю встретиться. А, я походу должен встретиться и потом... Передвинуть. О, да, передвинуть. Ты силы 4, но у меня не так много сил, поэтому... Передвинь его куда-то. Ну-ка, блядь. Вон, Диме на вход в подземелье положили. Да, ну не, сори, ебать. Ща. Да Дима его захуяет. Иди на силу и города, и страны, блядь. А он спит там. О, графон, вперед! Так, ебать, я не хочу ивент. О, нормально, по-моему. Пещеру, лезь в пещеру, блядь. Да, там, где тролль был. Лезь в пещеру, потому что, да, лучше нахуй я буду пиздиться. Максим сказал, что там хуйня, блядь. Так, ну ладно, пойдем сюда. Так, хочу опять со своим братом попиздиться к 100. Да ёб твою мать! Хочешь, значит, ебать его. Ай, блядь. Это твой второй дядя. Папа на линии. Он уже слабее. Да, он слабее, чем ты теперь. Ну-ка. Вердень. Ну это смерть. Пизда им. Смотри, рычит, как недоволен. Блять. Я опять нихуя не получаю, но я победил его чисто по жизни. Опять пизды. Босс качалки, блядь. Пизды дал. А я понимаю, мой меч все-таки действительно одноразовый, да, получается? Ну, блядь, да, он одноразовый, походу. Избавиться, там, написано было. Не, не избавиться. Избавиться это... Я должен вызвать время файта, Тереха, а не раньше, не? А-а-а. Избавиться это просто называется... могу. Как называется дефолтная это... Дефолтная... Сейчас скажу. Карта. Дефолтное... Приключение называется, или как? Да. Ебать, Максим, что это за хуйня? Ты что, все можешь прям смотреть? Да. Представь самый правый конец, блядь, что это за хуйня? Не знаю. Пути, а, это путь это что у меня было. Стоит, Максим, самое правое, посмотри, блядь, там какой-то ебать, голем. Правое, не, вот голем. Лесные земли. Дима в лесных землях. Не, путь это в лесных землях. Нет, лесные земли это карты, а путь это когда заходишь в лесные земли. Понял. Тогда, наверное, приключение это слышишь центр. Да, тяните карты приключения. Подожди, нет, предназначение. Максим, предназначение это что мне давало. А путь я хз. Ебать. Ну такое. Плюс-минус. Пять. Так, ну тут мне... магический портал. Блять, тут две тянуть, нет. Пойду-ка я нахуй отсюда. Иди в портал. Подожди, а что здесь, ебать? А он закрылся сразу, когда зашел. Нет, он открыл, он стоит там бесконечно. Да мне не надо, мне здесь нормально. Я пойду в равнину, тут ничего страшного. Я пойду туда наверх. Помните там ифритов, которые сжигают? Сейчас проверим, то ли я вытянул. Да. О, ифрит, кстати. Да, это оно. Колесо судьбы. О, неплохо. Теряете судьбу. Ебать. Теряете одну судьбу. Ну, давай еще раз. О, бокчамп! Кританула. Пора подъебывать. А, нельзя было, да? Блин, всего одна судьба? А, не, у него 4 там. Темная, светлая. Все, завершить ход. Так, ну пора бы мне уже что-то сделать. А что это за карта? Карта времени. День каждого... А, понял, сейчас типа день. Угу. Заебумба. Графон, удачи там тебе, ебать. Да, там пиздец вообще. В горах долгих лет жизни, да если я решил уйти, как бы. Можешь попиздиться с братом еще раз это? Да, конечно, бля. Бля, существо добавляет максимум показатель атаки. А тут единорог? Почему здесь написано, когда я навожусь? А, это у Димки. А я могу в любой момент карту посмотреть или перед своим броском? Перед броском вроде.
Сейчас посмотрю. У тебя же прям написано, посмотри карты, когда ты начинаешь пить. Молот, один света, раз, света, один, молот, один раз свой ход, вы можете посмотреть верхнюю карту. Добавляет один к вашей силе во время битвы. Если сейчас день, вместо одного добавляет три к вашей силе во время битвы. Ебай, молот света, хорошая штука. Умение три, я должен его запиздить. Дух вечного главного, стремящийся заполнить пустоту в своем испорченном сердце. Встретившись с призраком, вы сбрасываете последователя. Заебу. Но у него модификатор минус один, да, два, у него больше шансов. Да. Он гораздо слабее. Я понимаю. Да и... Подожди. А, он наш... Подожди, показатель атаки 6, у него еще 2 плюс. То есть у него 3, 5 получается, у нас поровну. Мне нужно сейчас выбросить 4. Да похуй, поехали. Ай, блядь. А почему у него так дохуя было? Там вверху написано было плюс 2. Потому что он в руинах, а в руинах плюс 2. А, тогда понятно. Блядь, как же не везет-то, ебаный рот. Талисман. О, так зато теперь... Здравствуйте. Сейчас Лиза походит, я пойду ее побью, кстати. Здравствуйте, говорит Терентий, когда... А мост сломан, заметили? На мосту стоит какой-то вампир прям да, большой. Да, он теперь упал, смотрите, он раньше стоял, помнишь? Да. Такс. Ебать, графон там стоит, знаешь, так в тему, если приблизить. Как на пашнях. Здорово, братан, будет, но потом, не сейчас. Спасибо большое за поддержку. Что за музыка? Напой. Ну, если я сказал долбоёб, то как ты думаешь? Ну, давай. Гуф какой-нибудь. Мини-совет сражения, если есть название. Не надо так. Если файт на силе, то это битва. Если на умение, я то другое вспомнил. Название. Это точно для того, чтобы на некоторых картах четко написано, в каком файте они идут. Четко, четко. А, Лиза по городу шагает. Жрец еретик. Менее 2. Ебать, враг-сектант. В городе сектант такой. Здорово, говорит. Ебать, у него наплечники пиздатые. И на голове тоже еще дракон. О, сектант! Максим, 2-1. Не хочешь себе форму такую? Битва ДЦПшников. Ебать. Ну тут как бы только получать пизды. Да, чего? Да, получать пизды. Ну тут как бы терять. Ошибка. Зачем? Тебе нужно 6 только было выкидывать. Если проиграете в поединке, теряете, можешь бросить кубик. Сопротивляемость защищает вас. Нихуя себе сопротивляемость, блять. То есть как бы, но у ХП не получит? Да, походу по урону. Да, я пойду ее так побью тогда. Смысле? Кого, Лизу или сектанта? Лизу идет бить. Так, давай, Дима, тайный путь. Я не могу нажать на куб, а вот могу. Ебать, тайный лес, мой тайный лес. Заросли, две карты в лес. Я не могу, почему я не могу. Вытягивая. Ну что за приключение? Книга орков. Книга... Нет ни оков. Нет орков. Победив фею, вы можете не брать ее трофеем и положить одну темную бит на свет. Плюс ему на эту карту получить на заклинание. О, бля. Ебать. Классно. А что здесь? Сила 4. Красный, у меня сила 4. Теряете жизнь, ебать, погибаете. А что значит пи и, блять? Это, наверное, пути разные. Нет, тут два пути только. Писима. Он рыщет в поисках крови, чтобы украсть свою жизнь. Ну ладно, типа, если умирать, так умирать как бы с пипегой. Нет, ты пипегой. Его выебаешь. Блять, я не хочу его тратить, потому что мы равны, понимаешь? Ты даже я сильнее, чем он. Ну это да, согласен. Выберите свое оружие. А, я должен выбрать. Я не могу. Так ты, не, так походу, значит, на несколько. Походу, оружие не одноразовое. Не одноразовое, значит. 5. Ну и все, ему пизда. Оружие мне что-то не бафнуло, ничего. Да, тоже не было. Я должен успокоить. Побеждаешь. Ну да. Можно теневой проход какие-то, типа, может, не понимать. Так не понятно, как работает. Отдай свои предметы. Подает этот меч. Может, если я про... Посмотри, я перед броском его использовал. Как написано. Ну ладно, поехали. 6, ебать. Куда я могу попасть? Блять, ну вот. Кобра, давай, кобра. Или дракон. Или кобра. Бля, дракон. Но он еще может наверх уйти. А, я могу в город еще попасть. Да. Там дохуя куда ты можешь. Ну ладно, погнали сюда, походим по этому региону пока. Похуй как. Чем тебе, оборотень, не друг?
Событие. Блять, возьми всех врагов из сброса, перемещайте их и положите сверху колоду приключения, зачем погребальный песни тихает брать. Что? Ну, типа, врагов замешай назад, все, которые да. Которые умерли. А, там, по-моему, не было, да? Да. Вот это походил бы. Ох, веселуха! Да, у меня персонаж направлен на другое, но что-то как-то вообще нихуя не происходит. Я смотрю на своего перса, я нихуя не могу. Мой перс говнейшее полнейшее. Блять, короче, говно полное. А сейчас еще ночь началась, да? Плюс один. Да. Не, мой перс прям параша, но ему должно вести. Ой, какой там горный хребет интересный, слушайте. Ну это лучше, мне кажется, все еще, чем то, что там Максим предвещал. Так, блядь, главное не один. Это будет странно, но я сказала. У них сила 6, ты тоже сильный. У них, наверное, даже 5 будет, возможно. Не, сейчас ночью. Не, у них плюс 1 наоборот даже, да. А они монстры или нет? Отдай деньги, блядь. Блядь. Не буду платить. Да, не монстры, ебать. 1. 7. Ну тебе нормально, ты можешь. Давай, давай. Там. Ты их выбьешь. Один. Отпиздили. А давай деньги. Отпинали. И жизнь, блядь. Не, теперь да не только жизнь. Хватит мародеры жесткие. Так, но походу они мне минус жизнь. Минус одну жизнь. Но это, они походу не жестче то, что видел. А ничего. У меня если я 6 кубиков. У тебя еще 5 жизней, все нормально. Нет, я если шестерку выкидываю, могу себе хп восстановить. Это айтем или чем? Или я. Так, могу пойти в город, что в городе у нас там. Один хп восстанавливает или фул? Изучим колоды. Если фул, было бы имба вообще. Третий опять ест. Как называется эта хуйня? А вы видите, как я, да, пролистываю? Да. Город. Ну, мы видим карты, какие ты берешь именно. Мы видим, какую да, именно достал. Мы видим, что это город. Ебать! Я в город пойду. Ебать, хороший персонаж. Бля, хороший Максима. Перс, да. Да. Пиздец, МВ. Где там мой мешочек с говном? Вот он. Ебать. Тевать! Ебать! Походил. Ты че, бан, блять? Хоть и мало. А можно мне такой? Если у меня такой будет, то, блядь, я смогу столько всего. Ты всегда знаешь, что ты можешь вытянуть там или в той локации и выбрать. Да ёбаный рот. Тут безумец. Небесный Бестный. Сила 2, но у меня тоже 2. Ебать, да, ну, если ваш показатель атаки уменьшен меньше вашего умения, у него 3. Вы автоматически проигрываете. Если ваш показатель... Блядь. Здрасте. Если атаки меньше умения. Витя, умение 4, атака. Что пизда. 11, блядь. Небесный крикун. Оно же тебе ничего не помогло бы, блядь. Я просто хотел показать, что, типа... Насколько это балансная хуйня. А, в этой игре все заранее подготовлено, не беспокойся. Типа, может, там я, уже... я сейчас проебал всю свою плохую, вот, весь свой лаг плохой, и теперь у меня будет только... Ну понимаешь, если бы ты не тратил эту хуйню, как бы все было бы по-другому, как бы, да? Мы же в какой-то даже скриптовано, что эта игра заскриптована с самого начала, кто победит, кто проиграет. Но он же мог не тратить, не может быть такое. Он же мог не тратить судьбу, и могло все быть по-другому. Ну это да, да, это правда. Оно просто знает, какая следующая карта будет, и какой следующий кубик, вот и вся. Особого Какая скрипта нет. Говно. Ну тут, блять, просто под, ну, если так подумать, Лиза? Ты ж. Ну это да, Лиза. А, я бросаю. Да, ты ходишь. О, можно в коллекторы пойти, ебать. Сражайтесь с гусиной королевой, нихуя нет, себе. Нет, там пиздец. Она жесткая. А, ну ладно, Андрюха, окей. Ну типа тут заранее заготовлено, но тут как бы игра представляет много путей. И по кому пойдешь? Не, мне тут кажется, не просто следующий кубик готов, и следующая карта готова, вот и все. Не, мне кажется, все готово, просто это не рандомится в момент, а это заранее как бы все. Хотя, ого, логово воров, платишь. Ты можешь пойти в другое-то место, а не туда. Ебать, и туда. Можно забрать из него его охуевший меч. На свой выбор другого персонажа, ебать. Нормально. Минус меч Димы. Дай, пожалуйста. А Лиза еще и мечник. С пиратила у пирата меч. Бля, забери у него щит лучше, не надо, Максим. Мне меч пригодится, пожалуйста, не надо. Ну-ка так, Лиза. Не надо. Почему, пожалуйста, Максим? Почему здесь я, блядь? Нет.
Блять, сука, я в лесу нахожусь, иди нахуй, блять. Откуда ты, блять, это? Дима, твой тайный путь, нихуя. Максим, блять, длинные руки, блять, что за хуйня? Максим, это же не я сделал. Максим в длинные ручки подговорил, потому что, типа, да? Понятно. Максим, блять. Пиздек, блять, как ты дотянулся? Противоположный конец карты. Да ты конец, все. При чем здесь? А, это Лиза сделала? Да! ЗДС морг, блять, еще. Лиза! Я думал, ты имеешь в виду, это не я, это персонаж. Я думаю, его ты че. Максим, как ты вообще не стыдно? Я не понимаю, что врешь про меня. Лиза, отдай меч. Ебать, там большой злой войк, сила. Лиза, длинные руки, тогда все равно какого хуя, блять, отдай меч. А что это такое, Диме? Максим остановился. Это не карты приключений. Пульс, что такое? Ты же лист. Она раскрывает ему будущее. Сейчас, секунду. Есть карты с карты приключений. А с ближайшее будущее или как? Да, ну, да. То есть не подряд, так как будто идти, то есть злой волк. Да, да, да. Но он может сейчас за карту судьбу скинуть. А вы все видите, да? Слышь, Лис, Лис, тебе нужно... Тебе нужно вот такой смайлик, я скину. Сделать. Пепега? Не. Посмотрела? Нет. Не успеги. Ей понравилось, походу, потому что чуть-чуть не это. Ну что, уже все? Наконец-таки я хожу, блядь. Ура! Это свершилось, блядь. У меня уже есть какие-то карты, тяните столько, чтобы у вас было две. И тут тяните одну карту. Ой, блядь, эй, гулять так гулять. Это не лежит, вроде нет карт. Так, урожай ужасов, тыква, маленький, хорошо. Ты смотри, какой. Такой милашка вообще. Бля, не трожь его, чувак. Поставил и двор. Осталось здесь он до катается конца, на этих лошадках. Вы можете купить доступные карты, конечно, по этим ценам. Верховая лошадь, 2 золотых мул, 4 золотых телега и боевой конь. И там, по-моему, можешь что-то таскать в них, если я правильно помню. Они вроде еще ходить можешь на определенной клетке. То есть, а, дополнительно они тебе дают, да, лошадь, видимо, плюс 2 клетки, мул плюс 3 и боевой конь плюс 6. Ебать, это, нормально. Да, может. Это жесткая штука. Так. Где там? Ну сейчас один, а у него нахуй 6. У него 0, блядь. Поехали. Так, сама, блядь. Ух. Так, 6 ждем. Ух, блядь. Бля, ну ладно. Урожай ужасов. Так, а сколько у меня ди. Телегу бери. Ну погоди, надо мы можем нести еще 4 предмета. В телеге 8 предметов. Телега запрещена, так, чувак, не надо. Верховая лошадь. Можете объединить 2 кубика и... Вот лошадь пиздата. Можно дальше ходить. Да, лошадь. А ты разве можешь определенное количество предметов только таскать? Наверное, да. Да. А что у Димы за книга орков, ебать? Не трожь мою книгу орков. Поведи фею, вы можете не брать ее. Угу. Какой ты купил? Походу купил лошадь тебе. Да какую? Какую? Он боевого коня он купить не может, значит обычную. Боевого коня купил себе, ебать. Да, за 6, ебать, ага, купил. Я, у меня сразу же 6, я министрель, я заработал. А-а-а. Жопу. Он за 2 копейки что-то купил, верховую лошадь. Пошел графон, ебать. О, смотри, там уже можно, что там, в самый низ можно прыгнуть, ебать, смотри, в самый низ. О, ебать. Ё-моё, графон, в самый низ, нихуя. Графон, тебе бля, вниз. Вы байтите же меня по-любому, там же графон, мы бы не стали новичка байтить. Ее уже вытаскивать. Конечно, это же красиво. Да. Так, в смысле, ее же нужно вытащить на моей локации, не? Ну, если ты пойдешь вот вниз, то придется... А, не, мужики. Нахуй оно надо, все. А что ты выбрал? Я похилился. А, ты 6 выбросил, ты можешь хилиться, ебать. Подожди, его персонаж, когда выбрасывает 6, может хилиться? Да, да. Ебать. У графона очень сильный перс. 6 урона, 6 хп и плюс хил. Давай сначала мы сделаем вот так. Так это же Халк. Халк. Да, по нему уже видно. А куда? Я могу только идти в одно место и все? Тупо поел грибочка. Я могу идти в одну сторону? Нет, да. Только если, смотри, следующая клетка. Ты можешь, если еще на один ход, то смог бы пойти в церковь. Ты можешь, да, ты можешь ходить типа только по кругу, видишь, в стороны. Да, ты не можешь возвращаться назад в город. А вы читали описание тролля у графона?
В горах вам нет нужды бросать кубик, если сами не захотите. Если вы решили бросать кубик, вы будете обязаны его, ну, типа, кинуть. То есть, если он в горах, он может не кидать. А он в горах, по идее. Ебать! Да. Но это не моя проблема. Это не моя проблема. А ты что там посмотрел? Что он посмотрел, чат? Я не знаю. Чат, что он посмотрел? Срочно. Потерянный событие. Кстати, ход в поисках верного пути называется эту карту. В следующий раз вместо обычного движения вы можете телепортироваться на другой... О, нормас. Это в горе только. Угу. Так, ну пожалуйста, я не хочу здесь оставаться. Можно мне съебаться? Бля, хотя не нормально. Ты стражем будешь драться? Не, я выйду просто. Дашь тяните одну карту, если на этом делении уже есть карта. Я же выхожу. Пизда тебе, ебать, я сейчас там ебало начистил пятеро силы. Где Зима? Я со стражем. Понял. Это Стикс. Понял. Если вас победят ночью, то вы не лишитесь жизни. Вместо этого вы возьмете ночного охотника в качестве последователя с следующим эффектом. Вы теряете одну жизнь в начале своего хода. Ебать, вы хотите резать тебя? Как вчера, Максим. Он будет ходить и резать тебя каждый ход. Помнишь Таркове, Максим? Это ты не наебывал вчера ночью? Тиктанты? Не, не наебывал. Когда с тобой бегал кто-то невидимый. А, не, не наебывал. В течение каждого дня? Походу, ночной охотник был, блядь, с пулеметом. Так, а скоро день, пацаны? Хуй его знает, ебать. Опа. Но это не... Отпиздило! Отпиздил! Один шанс на миллион. Ёб твою мать! Не, ну тут как бы теневой бросок нужен. Теневой бросок! Кликайте, блядь! Это один! Понятно, где парни? Спасибо, парни. Вот суки, да? Да, у меня всего-то 2 хп осталось. Золота нет, я нет. Самого потратил. Ну, у нас твой персонаж говно, если я вторым после тебя умру, или первым, а ты потом после меня. Не, ну у тебя 4 хп хотя бы, слушай. Мой перс такой себе. Лиза, отдай меч, блять, отдай его. Нихуя, дай его, он там лежит. Зачем тебе 2 меча, Лиза? 3 меча. Сука. И на аватарке меч, блять. Мастер, ну ничего. Нахуй тебе столько мечей. Трон сделать. Я пойду. Игра престолов, начало. Начало было. А ты видел, кстати, Джокера написал идею, типа, в троне яйца были. Бля, кстати, крутая идея. Типа, никто не знал, а они там были. Представляешь? В троне были яйца дракона? Ну типа да, когда бы дракон расплавил, да? Ну это было бы круто, да. И зачем? Ну типа есть еще драконы, типа они все... Ну, опа, последние... можно стать Арсюхой на 3 хода. Это охуенно. Чатик, плюс, если вы бы стали Арсением. Бля, ну тут главное двоечку не выкинуть. Получаешь умение, ебать. Нормально. Не-не-не-не-не. Теневой бросок, ребята, нужен? Не-не-не-не. Красава! Спасибо. Красава, Терентий! Плюс судьба. А у нее сколько, одна или две? Да, всего одна добавила. Одна была. Но установила. Ну, одно лучше, одно умение, наверное, было бы даже. Да, чуть-чуть. Судьба лучше, одно умение. Так что все еще обосрал клубничку. Клубничка. Там мне скоро погибать все равно. Клубник, клубник, клубничка. А скоро ночь кончится? Пошел сюда на полянку. На полянку. На полянку. Когда полянки будет? А там мегамонстр. А там мегамонстр. Магический предмет. За сами баланса не мог владеть ни добрые, ни злые. А я злой, блядь. В начале хода вы можете выбрать из действия. Нихуя себе! Нихуя себе с баланса. Вот это имбовая хуйня. Блядь! Поменять это, наверное, одноразовая. Нет, нет, каждый ход. Каждый ход, походу. А, менять можешь? Да, да, да. Каждый ход. Во-первых, менять. Графон, блядь, может быть нейтральным. А графон злой? Я нейтральный. Во, ему бы взять это и залить там в умение 2. Ага, я понял, как это работает. А, вот, смотри, вот это лошадь классная. Бля, весы охуенные, так, жалко, пока что не буду взять. Пока не буду ее юзать. Ее можно каждый ход юзать, о чем да, ты говоришь? Да, я знаю. Шестерка. Вот я не хотел шестерку, ну ладно. А почему ты не повязал своего коня? Потому что я... У меня, вокруг меня все безопасно, я знаю, а конь может увести меня очень далеко на так плохие, ты, видишь? Там меня... или. Я или свою, да. Или коня. Да, а, знаю, бля, я думал не так, я думал только коня. Или, может быть, ты прав, хуй его знает. Ну ладно, надо тогда попробовать бы. Эй, я же нажал перейти. Да я и так умру. Ночь еще не закончится, если бы было, если бы было или, тебя вряд ли может спрашивал. Может, жизнь до предела, тебя на Гимнос Северте воспаряет сброс. Блять, ну у меня предельный...
Вовремя. Утро наступило. Да, я же тебе говорю, ты не умрешь. Ты не получил урона вообще. О, сейчас день начался. Да. Да, прям. У меня там путешествие в центр горы, так сказать. Графон, зачем ты кидаешь? Типа. Можно опять хилить, конечно. Ты фуловый. Да иди, не бойся. Не знаю, ну, у тебя 6 хп, какие проблемы? Да, никто тебя не убьет. Ты типа 1 хп потеряешь, если проиграешь. Да даже не потеряет, он отпиздит. Просто мне туда было нельзя, понимаешь? Важная информация, время меняется там при усиливании карты события. А, ну дракон, так... сила 5. Ага. У него 4, у тебя 6. Просто мне нельзя было туда, вот ему можно. Так ты пиздишь эту виверну. Бля, ну поехали, верно, кулаками, ибо у нее минус 1. У нее 4 всего, да. Ну-ка, бля, 1-6. Ну, все, пизда ей. Ладно, 6-1. Прощай, верно. Все, верно, забита дубиной, как бы. Теневой бросок. У нее все равно 6, какая разница. Можешь поменять? А, или не можешь? Он, это первая кого-то отпиздил, тогда ладно. Он до этого скидывал. Давай. Она не давалась ему просто, да, точно. Я отдыхаю, пожалуйста, Терентий. Почему ты отдыхаешь? Я потерял, я заблудился в городе. Шпион заблудился в городе, блядь. Хуёвый шпион. Бля, что-то у Димаса там клёвое в этом. В лесу, да. Да. Весенний лес, здравствуйте. Лес, бросайте один кубик. Заблудились, сбрасывайте одно последовательное, пропускайте свой холь. Безопасно, нападают фанатики с умением 6. Подиви их, вы получите одно умение. Умение 6. Фанатики. Да нет, что-то... Это звучит страшно. У них 5 сейчас будет умение. У тебя если 4. Это лес, то там нападают не фанатики, а тарковчане с мосинами. Вот это страшно. Это еще страшнее. Очень, это ужас, блядь. Дальше. Оборотень. Ибо. Один стал из ваших последователей стал оборотнем. Так никого нет у тебя. Ничего. Он нападает на вас силы 3. Независимо от исхода битвы, ваш последователь сбрасывается. У тебя нет последователя, блядь. Да, у меня нет. Но я все еще встречаюсь с ним. Не факт. Нет, не встречаешься, нет же никого. Это у Лизы мог бы сейчас нищий чувак, который с ней сходит, стать, блядь. Попрошайка такой. Ходи, Лиза. И вот время поменялось снова на ночь. Да. Ага, что-то... День вообще... Ночь-то подлиннее, блядь. Время меняется, когда вытягиваешь карту события. Вот. Так что перед моим ходом Макс, получается, вытянул событие. А, нет, подожди, Макс пропустил. Я вытянул ангела. Да, я вытянул события. Високосный год. Ты вытянул событие, и я типа не умер. А челик вернется к тебе сейчас тебя резать нахуй или нет? Нет, он бросился, типа. О, вот и падший ангел. А есть судьба, Лиза? Есть две. Сейчас жестко, блин. Жизни. У меня есть одна судьба, да. Две, у тебя две судьбы. Две у тебя. Да? Причем светлых, да. Ангел милосердия, падший ангел. А Лиза из города ушла? Нормас. Да, Лиза вышла. Так хоть там ловить. Блять, мне вечно закупаться можно будет на одну голду здесь. То есть правда. Восстанавливаться. Димон по лесу шастает, вообще, по-моему, не чувствует никаких проблем. Весенний лес. Я заросли в лес. Его там в чате написали, как... Ой-ой. Ой-ой. А он может их скипать, он может скипать их. 5 может, по-моему, проскипать, да. Русалка топит своих жертв в стремительных реках во время битвы с русалкой. А я 4, а он... Дай свою силу. Бля, вот прикольная хуйня, типа никто не может тебе ход засрать. Бля. Так ты обойти можешь, а так можешь с ней попиздить? Так я могу ее отпиздить. У тебя сила 4, у нее 5. А, вот, у нее 4 вот тоже, вот день, бы потому сейчас, что... Да? Да, да похуй, погнали, живем как бы один раз. Пизда ей, 6-4. 6-4, да, тут никак. То есть добавляются твои... Мне пизда. Ой, бля. У тебя получается путь... Ой, блядь. Сука. Ой. Перебрасывай. А у меня нет. Какая судьба? Бля, парень, у кого есть судьба? Бля. Кто-то хочет Диме перебросить? Ага. Так, а что она делает? И счастливый момент. Вернее, персонаж может тратить во время вашего... Еба! Вот это пушка. Никто не может запороть. Да, не, это не стоит одного, типа, проебанного хп, на самом деле. Да похуй, живем один раз, как говорится. Я всегда в хотел попробовать отпиздить Ресал. Он не взял ту монету. А, он не взял? Я не взял, нет, только если убью ее. Я мог обойти, но тоже бы скипнул. И Дядь Кур украл коня. Нет, только, видишь, только совмещенная, да. А вон там есть... я гляжу, может судьбу похож... сходить зарегенить на колесо. А там как оно работает? Я могу глянуть? Посмотреть карты. Вот, карты.
Кстати, будет шанса здесь до конца игры. Бросьте один кубик, чтобы рассказать. Теряйте все судьбы, теряйте одну судьбу. Бля, ну 4, 5, 6 только. Ну, так это нормально, 3. Как бы, ну, это 4, 5, 6. Ну, а скоро судьбы-то, ебать, да 50 хуя, на 50. 50 на 50. Да вот, хуёво мне потерять судьбу-то, да. Мне тогда пиздуй нормально. Куда-нибудь еще. Ну, он папи какие-то. Только у меня максимально хп. Пашни! А, пашни! А я не вижу, что там написано. Папни! Я не вижу, у меня там па и какие-то палки. Папни. Пойдём в папни. Награды квеста. Поищите картину. Когда откроете один из следующих последний... А, хуйня. Ну ладно, сюда погнали. Блин, то, что суммируется, это хуёво. Да, но если нужно далеко съебаться, то, возможно, поможет. Графон, ебать, покоряй. Наше путешествие, так сказать. А неплохой никнейм, Папни. Иди вперед. Папни. О, это Папнич. Есть горный перевал. Нет. Даже это похоже. Другое что-то. Холмы, в холмы идти, да? Ну, да. Хорошо, в холмы. И карту как раз потянешь. Да. Там же ведь будет Гаргулья с умением 4, по-моему. Да. Ты не знаешь это. О, нормально. Девушка. О, нормально. ХП-шка. Спасти последовательность. Или да, один нормальная ХП. Нормальная тема. Нихуя себе безделушка. Не брать. Врага не будет, что ли? Морг не брать. Нет, тут карта это. Я шел драться туда. Так, а куда я хочу, ебать? Аптека. Заплати 1-2 золотой карту зелья за потраченным золотой. Дай бой, конечно. Сюда хочу. Хочу сюда. Он может каждый ход. Заплатить, ебать. Продолжим. О! Что за эликсир мудрости? Что дает? Эликсир мудрости. Можете выбить эликсир, отправляйте, теряйте жизнь, получайте умения и получайте умения. Ебать, нихуя, нормально. Два умения, нихуя себе. Охуенный. А я не могу прямо сейчас... Ты купил его за деньги или за шкафе? На следующий ход, наверное. Я хочу сейчас пить. За деньги, нет, деньги купил, Максим? Можете выпить под луной. В любой Максим момент, Евгеньевич. Написано, можете выпить. Кто? Да, я слушаю. Когда ты его купил за бабки или че? Да, за бабки. А ты не можешь из инвентаря именно вот внизу, которая две внизу там карты именно? Во, могу ебать. Во, использовать. Надо нажать, потом тыкнуть. Ну-ка, давай-ка. Шо там, дядя Вова? 3. Ну, одно умение, нормально. Ну, нормально, но. 4 уже, неплохо. Гуп-гуп-гуп-гуп. Хорошо. Завершаем ход. А, изучаем колоды, естественно, ебать. Мы же должны знать, что ждет впереди. Ребят, из приключений. Так. А что за приключения? Кто за мной ходит? Я. Ой, Тереха! Ой, что там? Он байтит, он байтит. Он байтит. Очевидно, но я же скорость. Куда пойдешь? Скажи мне хотя бы, куда пойдешь. На оборотня я не пойду, в горы для одной дракона. Только наверх. Наверх в равнины тянуть карту. Либо сюда, но я в город шел. В городе легко фармить. Площадь королей тяните одну карту, так что я в город пойду. Ну да, действительно, там же пизды можно получить. Ой, почему я не могу? Выберите пункт. Ты не туда тыкаешь, ты ниже. Так ниже она... ниже тыкни. Здесь почти сейд. Ниже ты. Ой, Тереха, спас себя, можно сказать. Спас от смертной смерти. Ой, блядь! Или не спас. Что ж делать-то, блядь? В городе легко фармить, говорили они, блядь. Хуйня из канализации вылезла. Я еще ебал начищу. Ту-ту-ту-ту. Антони, да сука! Своими элементалями заебал. Ну у тебя 4, у него 5. Нет, это шанс. Ты можешь кинуть, нормально. Ну, все, ждаем. Охуенно. Ну... Ну, всё, на один, по-моему, выиграл. Да, никто же не бросит тень. Конечно, нет, ебать, какие вот проблемы. Ну вот и всё. Ну. Ебать! Что же, красава! Нечего бросать тень. Ага. Паша ебала начищена с вас ваша жизнь, блядь. Красиво. Я сказал, я проебал всё... Ну, неудачный. Неудачный лаг, теперь только удачный остался. А кто следующий такой? Лиска. О, кто такой за оборотня? Ленивого дракона можешь пойти отпиздить. Демона этого. Ленивого демона, который там лежит, чилит. А, кстати, лягкий. А у него минус один или плюс один? Я могу перейти без врага, почему?
Да он ленивый, видишь, вместо нападения вы можете передвинуть его. Да, если не пиздится. Какой же меч был? Правый, правый. Правый, я в ручник правый. Оруженосец, вещи, вещи, я выбил. Но левый одноразовый, типа. Наверное, да? Правда же? Нет. Легенда, я не понял, чувак. Я его кинул, я использовал, он не заюзался и ничего не добавил, я хз. Может, если проигрываешь, он юзается? Перед броском кубика вы можете бросить. Я его юзал. Клизма, чтобы добавить 5. Типа ты сбрасываешь его, да, блядь, 5. Я же говорю. Я его юзал, Сереха, он почему-то не потратился. Ну ебать, пизда ему. 3 на 6. 6-3. Ну ты 1-6 сейчас, классика. Да, ну все, пизда ему. Автопобеда должна быть. Ну не там не совсем авто, но все еще пиздаем. Автопобеда не будет, потому что кто-то... Ничья могла была быть. 1-6 и на ничья, да. Ну и там не совсем ничья, по-моему. По-моему, он ебало чистит на 1-6. Лодочник. Потому что поединок воли у клинка катаклизма пишет. Нихуя себе лодочник. Он болтает себе рыбал. Болтай себе рыбал. Болтайте, но последуйте. Спасайте его. Болтайте рыбал. Этот чувак не похож. Этот чувак не похож на ловца. Да, он точно не рыбак. На следующем ходу он переправит вас в деревню, таверну или город. На следующем ходу он там Лиза на картинке от него аж закрывается. Да. Кратос, блядь, снял татуировки нахуй и пошел отдыхать. Ооо. Часовню, замок или кладбище? Я бы хотел быть часа. Ну что поделать? Не туда! Не туда рулишь! Не туда, Z вас чистый. А, Лиза ж лица, давай, оборотни еще. Ты же шестерку выкинул. Нет. Да, лол. А почему до этого те, кто бросали 6, не ходили? Опача. Опачки. Веди жнеца в город, пускай по городу ебашит. Так, не понял. Я рофлю. Этот с балалайкой что-то запиздел. У меня самый дерьмовый перс, я удивляюсь, как я еще не умер. У меня самый дерьмовый перс. Нет, чувак. Можешь почитать... Не, у тебя пиздатый, Максим, ты можешь... Да, у меня охуенный, я прикалываюсь. Можешь почитать моего перса, это полная параша. Так все персы имеют смысл, если они есть. Этой игре много, как бы много лет, поэтому они есть, значит, они имеют смысл. Это ты не умеешь играть, понял? Ты, Азлагор. Я иду в Бесическую долину. Два кубика вытягиваете карт, главное дубы, его телепортируют в болото или ведьмин круг. Если... Заебись, обожаю ведьмины круги попадать. Заебись, давай сюда. 5, короче, шестерочка. Нет, не дубль. Так это не дубль. Не дубль. Ну тоже неплохо, да, почти? Ему броском можете помочь ему. Ну вот тебе и замена, блядь. А у Димы есть что-то, он не может им обладать. Нет, почему? Не, карт могу. Без предназначений. А предназначение это что? У меня есть. Ну типа в лес заходишь, тебе предназначение дается. У меня предназначение, да, Максим, быть мистическим. Блять, а у меня нет предназначения, я шпион, можно я? Шестецкий перздатый. Ну я думаю, что у моего персонажа предназначение братьев своих, блядь, в пещерах я убивать. Я из этого города, кстати, не выйду, пока не, этих зельев не выпью штук 5. Потом пойду. Поскакали, ебать, Алькор. И вас катим. Батя, Алькор просто в другую страну скачет. Ну ты вроде не злой. Да, да, нет, я пытаюсь понять, что такое обыватель. Это спутник пиздатый. Да ну не. Да, обыватель, пиздатый спутник. Пойдем сходим за ним. Я наебал. Посмотрим. Да, вот и я о том же думаю, что обыватель это какая-то. Мне кажется, это нормальный будет. Давай. Вытянуть обыватель. Нормальный будет. Там уже. Обыватель, блядь. Обыватель. Два кубика, на это сбрасывается. Теряете две жизни, силу умения можно фармить. Охуенно, да, да. Начиная с 6 топ, а ты два куба бросаешь. Подождите, а что такое получаете одно заявление, блядь? Заявление. А какое... А, ну да. Вам повестка. На тебя напишут, блядь. Из чата на тебя заявление охуяет. Ну давай, типа, ну бля, на самом деле нет. 1, 2, 3, 4 хуйня. Ну как будет 2, 1, хэц. И 5, 2, 3, 4, 5. С 6 топ начинается. О, топ. Хорошо. Исцеляешь хп. Я и так фуловый. Ну перебрось. Да не. Да ну не. Хуёво не стало и ладненько. Да. Персонаж говно просто. Графон восходит на гору. Зачем скидаешь кубик, если тебе не надо вроде или надо? А я не знаю. Можно не кидать на городах, да.
Исцелить одну жизнь, восстановить судьбу или позволяет восполнить ваше умение. Нихуя себе, нормальный водопад. У тебя судьба 0, да. Дрянь. Да, у меня судьба 0, да. Сильный бросок! Сильный бросок. Так, восстановить судьбу, да. У меня только этот вариант и есть. Свет. О, одна судьба. Аж одна, да. Хочу светлую судьбу. Ой, он больше может разве? Нет, он может только одну, у него только всего если прокачает. Одна. Да. Так, хорошо, хорошо. Оп. А что за теневой персонаж? Могу, в, теневой могу персонаж. Скрыться в любого чувака в этом регионе. Вот сейчас в Кирилле я могу скрыться. То есть ты на клетку станешь? Свиток один золотой, волшебная лавка. Тяните одну карту. На этом делении уже есть три карты. Ну, типа или-или. Давай сначала посмотрим, что там за карта будет, блядь, если что. А потом пойдем закупимся в этой хуйне. Максим, а ты тпшишься на клетку трех имеешь в виду? Да. Да, просто тпшишься на клетку любого игрока в его это регионе. Же город, да, кажется? Да, это город. А ты напасть можешь на него, если тпшишься? Нет, нет. Это не блинк ассасина с ударом. Он шпион, понимаешь? Он... Нихуя себе, блядь! Что там? Что это такое? Что такое? Блядь, мне интересно посмотреть, что это такое. Ебать интригант, да? Охуенно, блядь, это охуенно! Ну и давай. Так, тогда я пойду сюда, заплачу сейчас одну денежку, ебать, и заберу у графона его виверну. Нет, не трогай виверну. Так, ленивый демон 4, неинтересно. А, у Терехи еще элементарь, он еще пизже, по-моему. Да, да, элементарь я хочу. Ебать. Ты забрал у Терехи элементарь только? Ассасины, хорошо. Забрал? Я плачу им деньги. А, я могу такого забрать. А, который лежит. Да, ну сейчас в любом случае заберем кого-нибудь. Ебать! О, черный единорог! А что за черный единорог? Вот. Нормально. Это можешь умение. А есть еще этот, есть еще морозный дрейф. А ты его себе забираешь трофеем? Да. Должен. Да, трофеем. А нажми на карту, ты можешь выбрать? А как мне нажать, что я хочу? Нажми на саму карту. Нажми на него. Красава, спасибо. Сюда, ебать, несите. Несите его мне. Охуенно! Ебать. И меняем его сразу на одно умение. Нееет. Я бы спиздил его у тебя и поменял бы на талисман. Опа, Тереха потом смертью пойдет, да? А, не пойдет. Единица. Городская площадь. Переместите одну карту. Переместите одну карту на свой выбор из этого региона на это неделение. Если на этом регионе карт нет, вместо этого тяните карту. А здесь есть какая-то карта? Есть. Банда. Ну я не знаю, какая. Жрец еретик, умение 2. А, так тут жрец еретик, блядь. Ну давай отпиздим его, надеюсь. Откуда ты знаешь, что там жрец еретик? Ну я навел, и там было написано жрец еретик, и то, это единственная карта. Вот Далькор, видишь, когда Кирюха выбрал ход сюда, оно подвисло, типа оно прогрузило, что какие карты. Ну, кубики, окей, скорее всего. Встретиться. Возможно. Ну тут разъеб. Да, но я все равно разочарован своим персонажем полностью. У меня прикольный вроде. Ох, ибо 5-6, нихуя. Да, Максим, пиздатый. Мне мой тоже нравится, чисто, блядь. Сморк. Иди бей. Много думать не надо, блядь, идешь вперед и ломаешь. Терёха тоже может поменять пацанов. Да, я сразу это сделаю. Самое главное, что я плачу им бабки, у меня эти бабки возвращаются на следующий ход, это топ. Да, это пиздец МВО. Это кошелек охуенный. Максим, ты понимаешь, что он для города то, что нужно. А Аниды. А что? Ну я и что? Ход за деньги могу плавить себе, ты можешь... Все, а, не, подожди. А, это же так? Судьбу, да. Ебать. Лиза? С кошелек. Ебать, да, Тереха. Кислород. Лиза! А что она может уже? Она еще кубики не бросала, но уже может что-то сделать. Mm-hmm. А, переместиться. Ее лодочник везет пиздить Алькора. Точно, я забыл про это. А, да-да-да, точно. И можно забрать у него там что-то, да? Пэй себе, блядь. О, кстати, да, спиздить. Нихуя себе, блядь. А щит-то блядь. У него, он может умением драться, а у Лизы умения нету. А чё у Алькора? Да, у Алькора щит, ебать. А, я сам выбираю, что я отдаю. Ты выбираешь? Да, он выбирает. Но это если он драку проиграет, по-моему, разве не? А, попрошайка, это же попрошайка! Попрошайка, да. А деньги есть?
Я бы мешок золота отдал. На один золотой, но тут смотри, что есть. Тут есть вот магический эликсир, который на умение, ну типа на удачу. А ты его до сих пор не выпил? Нет, ты шо? Лол. Так там же 66% на хорошую херню. Ну да. 50. Тут странно, нет, там 3 даже. В смысле, 1, 2 это херня, а 3, 4, 5, 6 хорошая. А, да, ты прав. У меня есть... А сколько у меня денег? У меня 2 деньги. На тебе, попрошайка. Какой же ты... Да золото. Золото. Конечно, да. Деньги, деньги, деребеди. Попрошайка, забирай свои бабки. Но теперь он у тебя. Да, теперь он к тебе перешел. А, то есть ты его можешь потом с кем-то плюсануть и на силу свапнуть, да? Теперь ты можешь встретиться с персонажем, встретиться... это со мной, встретиться на делении, это посмотреть, либо что тут, либо... да. Да. Карты на делении. Там жрец же стоит какой-то. Да режь голову. Так у него щит. У меня щит есть, да. А, и что мне типа собой, вообще да? Похуй. Похуй. Я не похуй. Сейчас отпиздил, заберу щит. Не. Так это работает. А что там Лиза выбрала? А. Третий а, лодочник теперь здесь, типа он перевез и стоит тут ждет. Ну да. Ебать, лодочник этот, добрый мальчик. А, да? Да. Лавочник. Лавочник. Может купить любой доступный предмет по этим ценам. Одно золотое. Оселок, фляга с водой, набор. Ебать за один золотой, вот Максим может надо сюда идти просто постоянно, да. Затариваться у него. Нет, он может купить. Я поехала дальше! Давай. Я думал, вы конечно рыбалки попиздите, но нет. Получается, поехала. Опа, Диман. Так, приключения Димона. Он уже почти дошел, кстати. Да. Лесные приключения ждут меня в логове. Представление королевы мап. Зацените лес. 10 сил у меня. А потом пиздец. Ёбаный в рот. Пиздец страшно. Ну нахуй. Пошел назад, 10-10, блять. Там 10-10, убийца, просто машина. Второе дерево, событие. О, кстати, сейчас будет ночь. Затягивайте штан. Да. Жить карты лесных земель и кораблей. Место чужак. Охуенное. О, чужак. Подать либо за каждый... Вербовать. Я могу вербовать его. Жабу на да. Арсений. Золото. Теряете один золото. Получаете? Вербовать? А что значит вербовать? Димас может его завербовать. Я его спиздил. А, в карман засунул. Да, вербует этих челиков. А сколько у него силы? Вербовать не к результату. Что я с ним теперь могу завербованный делать? Завербованный чужак добавляет 3 к силе в битве. После чего ты можешь им силу 3 накинуть. Драки ну... единоразово. Заебись. У Димы персонаж, лес. Чтобы рыцарь. Вы понимали. Черный рыцарь. Лепрекон вышел, он ему ногу отрезал, палку вставил, говорит, теперь со мной. У Димы персонаж, чтобы вы понимали, такой же, как у меня, только мощнее. А что за черный рыцарь Димас там был? Да за пиздец. Знает. Не знаю, Максим. Кто ну, рыцарь, видимо, в черных доспехах, мне кажется. Либо афроамериканец рыцарь. Одна из двух. Алькор там лошадям играет уже постоянно. Блять. О, побежали. Далеко едешь. О, вон можно в красную. Смотри, красная, значит, хорошо. Смотри, там еще животное для приручения. Да, да, так волк, смотри, волк, приручи волка. Как лошадей, сыграй. Алькор, свежий воздух, я там половину нахуй гор уже вырезал. О, давай я к тебе в горы пойду, блядь. Ты, блядь, серьезно. Чувак, я очень сильно хочу слить этого персонажа, потому что он говной. С того, кстати, здесь до конца тени 3 карты приключения, выберите одну сеть, сбросьте другие, можете просить карты. Ну ништяк, лол, ништяк. Сейчас 3 карты тянешь. Иди ко мне, я тебя солью. Иди ко мне, братан. Последователь, враг дуг, враг животное. Вы можете встретиться на текущем делении, как при переходе... Сейчас, вместо броска кубика для движения вы можете встретиться на текущем делении, как при переходе на него. А затем дикий луч... А что это за хуйня? Не понял. А-а-а, типа у меня есть лучник, если со мной стоит какой-то чел, я могу сразу же на него напасть. Это хуйня. Да, это как будто я к нему пройду. Враг дух. На тебя животные не нападают, ты же знаешь? Да, я знаю, но типа... И драконы не нападают на тебя. Да, но я еще кое-что могу сделать, попробовать. А, не по... я же выбрал... Но ты же задровил этого челика. Так я выбрал животное... Ты, может быть, положил наверх эту карту и все. Я могу прерывать... Да? Наверное. Херняк.
Ну, так, ты ну, пипега. Не, у меня нету другого выбора. Типа там ну, написано то, что в горах, типа, он типа заебись, может кубики не бросать. Но не, у меня только бросить кубики есть. И баш бросил. Нет, это, видимо, когда ты горы. 6, то у меня шишина кубик вообще будет. 5-6, блядь. Давай, он на, один на это. На морской мост. Ледяной мост. Перейдите мост. Так, бросьте один кубик, от него. Я понял, я позвал зеркало, да, окей. Нулю, там меньше умирает. У тебя нет последователей, ты можешь так пройти. В смысле, нет последователей? Нет, у тебя последователей. А виверна это? Виверна типа... это твой трофей, типа. Это тот, кого ты убил. Ты голову носишь. Батин перешел. Три. Прошел. Прошел. Угу. Такие у меня неинтересные ходы стали. Так, я... Точно, чат-то вы живы, действительно? Все рипнули, что ли? Один. О, привет. Тебе бы ночью, ой, днем запиздиться с орлом, ты, по идее, можешь так, его вынести. Ну давай посмотрим, да, что там. У тебя 6, а у него, по-моему, 8. И днем будет минус 1, вроде бы. Но я не помню. Не слушай меня, я давно не играл. Не, это хуйня. Это хуйня. Олден, чем этот перс норм? Расскажи, пойдем-ка пожалуйста. Вот сюда. Расскажешь, я тебе это скажу, что ты прав. Будешь покупать? 7 лет. Ну да, он каждый ход может золото вернуть. А какой мне смысл не покупать, скажи лучше. Ну давай жнеца, ебать. Он же вернет, рефан 100%, да? Кэшбэк. Опа. 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 Лизочка, пора бы встретиться с мистером Смертью, блядь. Один. Шестерочку скидываешь и все. Четыре, пропускаешь следующий ход. Нормально. Не хуже. И сейчас хоп, мы бросок кто-нибудь. А один, и все. А, и шесть. Да. И шесть, да. А теперь оборотень пошел. Лизочка! А теперь это. Так. Давай еще раз. Четыре, до свидания. О, ликантроп. Не так, что нормально, кстати. Ночью, по-моему, плюс дэмэдж будет. Да, плюс два, а днем нет. Ну, типа, это хорошее самое. Это... того, что можно придумать. А как можно просить, что дает ликантропия? Тотыре. Опа, Максим. А я шо? А, ты хочешь... Кошелек или жизнь? Ага, у тебя нищий. На карту Лизы нажми правой кнопкой. Плюс 2 очка в битве, поднимите воли. У меня есть деньги, у меня должны быть деньги. Кошелек или жизнь? А, ты драться? Бля, почему драка силы? Давай, битва силы, давай. Слушай, а почему драка силы? А у тебя есть айтем, чтобы драться со мной умением? Это только айтем нужен такой, чтобы драться. Блядь, ну это как бы другое. Так, стилетиком, блядь, под ребро тебе, сука. Ё-моё. Ребят, надеюсь на ваши... Теневой бросок спасет Сиренти. Спасите меня! Ты меня не спас в лесу! Я могу. Я не спасу тебя. Теневой бросок. А ты же мог не бросить? Оно даже не просит теневой. Оно даже не появляется. Просит. Оно не спрашивало меня. У меня даже не было кнопки теневого броска именно. Забрать один предмет. Что там у тебя есть? Ничего? Блять, драка, вот это подстава, конечно. Гэтс. Забери его жизнь. Ножичком чисто. Нормально, я готов умереть. Еще один. И так будет с каждым, блядь, кто на мой кошелек ставится. Я готов умереть, этот персонаж, блядь. На дорожку. Ебать, Тимар, что это? Что это? Ты можешь попрошайку сагать. Продавайся, если на отделении с каждым... А попрошайки у него нету. Не, у меня должен быть попрошайка. А я не вижу, что у него попрошайка. А, нет, их правда. А его Кернос, блядь. Сидит. Он потому что у Алькора. Да, сидит. 14 силы? Просто. А кто это? Гигантус! Это страж. А что это страж? А нахуй туда пришел? А охранять, блядь. Охранять, братан, да. А что ему надо? Что он охраняет? Три карты. Ну, принесите ему мой кошелек, пусть уходит. Скажите, там много денег. Надо, пожалуй. Давайте терять один или больше жизней, судьбы, силы или умения. Тогда надо было ноги им рубить и в команду. Хороший последний. Оп. Жесть. Плюс 5-9 навсегда с привычкой. В горы кидай его там. Придачу. Не ошибешься. Нет, Олден, нихуя не так работает. Я должен, во-первых, поднять... Олден шарит. Олден правильно говорит. Сейчас раз тебе говорю. Нет, это не совсем так работает. Ну, по крайней мере, судя по описанию. Он мне типа очень жестко посоветовал. Алькор, ты хотел там умереть, говоришь?
Нет. Но вперед. Сейчас, я еще раз почитаю. Силы животного. Жизнь. Если вы нападаете... Во-первых, мне должно выпасть животное. Сейчас, секундочку. Мне нужно его приручить. Для этого я должен бросить кубик с показателем больше, чем у него силы. То есть, если у него 6, я не смогу приручить это животное. Если 5, то смогу, если приручить, оно присоединится к вам как последователь. Вы видели, что ликантропия — это ничего плохого? Его сила. Да. Ну, там... Нормальная тема. Алькор, кидай кубик. Алькор сейчас 2, 2, 2. Ну, такое, короче. Но только ночью. 2? Бля, не верим. А он считается зверем? Он считается зверем? А можно я его приручу? Попробуй. Да, он считается, мне кажется. Попробуй. Да ну не, не может такого. Да попробуй, почему? Да ты 4 хп ебать, чел, о чем ты нахуй? Потеряешь 1 хп максимум. А, вперед нахуй. Он вряд ли это животное. Да, это скорее всего. Это зверь какой-то. Просто битва. Не, нихуя он не животное. Автопроигрыш, блядь. Нажимаешь проигрыш. Ты кого назвал животное? Я тебя уебу сейчас, нахуй. О, нихуя. Ну, в теории плюс 5 на постоянке. Это плохо. Не, я понял, Одон. Я с самого начала понял, как это работает, но тут прикол в другом. Типа, я получаю себе плюс, например, 5 силы, если выбью себе животное какое-то на этом, на точке. Только это мне нужно, во-первых, выбить животное, во-вторых, получить плюс 5 силы, и я дерусь-то не силой. У меня персонаж не сильный. Зачем тебе получить плюс 5 силы? Так, а что смерть пришла ко мне чилить? Смотри, я должен встретиться на карте с картой животного. Я прочитал, да, это нормально, приручить его. Именно, если я, например, выкину 6 на кубике, а у животного 5, то я его приручу. Если я не выкину, то не приручу. Да хули, у тебя переброс есть, а у него нет. Так, так это не важно. Я не силой дерусь, понимаешь? Был бы нормальный показатель силы, этот герой был бы вообще охуенным. Но из-за того, что у него стартовый низкий. У меня 4 нормальные. Фармить слишком много надо. Тут выдох, хуя. Принцесс ворует, все классно. Вот, принцесс, кстати, воровать это круто. Это правда. Я жду, когда у вас принцесса у кого-нибудь. О, две карты, смотри, ебать. Точно там одно животное. Там одно. Я и надеюсь. Я все это время хожу в надежде встретить животное. Вот, на, держи. Вот тебе животное. У вас равное умение, но сейчас, по-моему, ночь. Так что. Да. Да, неравное. А вот животное, ебать. Проклятый козел! Если вы прыгаете, то вдобавок потерять одной жизни, бросьте один куб. Ну ладно, нормально, пойдет. Так я выбираю. У него, кстати, инициатива побольше, да? Так, очаровать. Очаровать. Очаруем козла. Бросить кубик. Сколько? Очаровывает кубиками. 6. Козел твой лучший друг. Козел мой друг, да. Типа сила должна быть меньше, чем кубик? Кубик я должен бросить больше, чем его показатель силы. Теневой бросок. Кого там прибыл? А мне даже не предлагают его тоже. Вот, предлагает. А не, вот сейчас, да. Она предлагает просто... А почему я не встретился с духом? Трёха, выходите только тебя. О чём ты? Да, я понял, но... А почему я с духом не встретился? Ты, видимо, одну карту выбираешь, с которой встречаться. А я не выбирал ничего. Графон медленно, медленно подходит. Да, да. Скользко. Ты забрал свои козла? Да заебись, графон, иди. Да, я забрал козла. Там просто позвал. Я об этом говорю. Ну лучше две карты, наверное. На этом герое фармить очень много надо. Не, на самом деле лучше три карты. Неохота. А на моем не надо, да? Там типа выше шанс предмета, да? Сирена графона, да. На нем не надо фармить. А у меня есть? Я таких люблю. У него даже палка уже есть. Да графон, не ссы, там мост опасный, иди. Давай, графон, пошел. Давай. Погодите, вот такой вопрос. Если на меня переведут оборотни, он же мне ничего не сделает. Ты три камыша. Запустите городскую алхимию, посмотрите, бросьте один опал, чтобы получить один золотой. Алхимик это не Тереха, если что. Буран, зима вторглась на землю талисмана, и Буран накрыл... Города и весь. В течение двух раундов любой персонаж независимо а от тебе региона, к боссу всего один ход. Ты вообще заебись, графон. Пройти не больше одного тебе деления. К боссу всего один уделение. Так, и следопыт. Остальные дети конца игры, следующий ход вместо обычного движения вы можете перейти к любому Максим, врагу. Максим, походу, кошелек или жизнь опять повторится. Ну давай, я тебе стилетик у меня, блядь, припасен. Давай, давай. Давай, давай, один хп, блядь. Давай, нахуй, давай. Я готов. Я тоже готов. Я готов пожертвовать своей песней ради этого кошелька. Помните, короче, не игротары, потому что неделя смотрится на стриме, а что-то с этой игрой все так все. Ну, блядь, сталкер, мне нравится. Мы собрались, мы очень долго решали, может, запись посмотреть. Один. Мы очень долго решали, во что пойти. И сошлись на мнении, что талисман сойдет. 4. Так. Юшка! Уже все? Пускай туда идет нахер. А теперь оборотень. Теперь оборотень. Два. Ну, они идут там вдвоем, он с Лизой пообщаться. Да мы уже виделись, ё-моё. Ну, со смертью всегда надо видеться, не чаще раза в неделю, знаешь.
Оборотень, а что ты смотришь? Друг? Все равно там будет одно и то же. Но ты я... не можешь никуда уйти. Не, я все еще хочу узнать. А, я уже видел эту карту, ебать, я лох. А что у нас здесь? Блять, ну я не хочу! Я не хочу! Посмотрел? Блять! Когда заглянул в будущее, но никак не можешь от него избавиться. А я могу стать тенью? Не могу, блядь. Уже нет, ты посмотри, вроде походил. Максим тупо Доктор Стрэндж, знаешь, типа, он просматривает эти варианты. Блять, ёбаный нищий мудак. Ну пусть ходит со мной, ебать, не проблема. Вас прощают за скупость. Вас проклинают за скупость. Прощают за скупость, Максим, ты прощён. Не дал денег мужику. Ты можешь за день заплатить там какой-то, типа, штраф. Проклинают за скупость, тебя превращают в жабу, суки. Нет, ты сейчас это... А, кубик бросаешь, да. О, блядь! Ну-ка, быстренько... А, подожди, ребят, ты, блядь, вы этого не сделаете! По одному... Вы этого не сделаете! Я знал, что... Вы кто они на... Я не успел дотянуться с него броска! Вы чё, алоэ? Блядь! Давай сюда книги! Вам нужно было теневой бросок? Люблю читать! Хрень, нихуя нет! Забирай. Там интересно, что отдаст мне Лиза сейчас. Ебать, ну забирай эликсир. О, я выпью. Ебать. А что за сундук сокровища? Блядь, два золотых, ловушка всего одна. Чё, к тебе эти айтемы с самого начала, ты до сих пор их не прочитал? А. Серьезно? Не, я забываю и вспоминаю. Да. Опал, Рапон. Опал, да. Ну ты приебался, Дим. Какой-то... Не, ну ты говоришь, а что у меня за сундук? Чего он с самого начала, блядь, ты удивляешься. Тролли все равно в городе. А хули вы не перебросили, ребята? Да, а хоть ты не перебросил? А у него нечем. У меня нечем. Я не успел дотянуться, я клянусь, я пытался нажать. Лиза теперь отдает там мечи или где. Я читал в чатик. А в чем разница между моим стрелом и ее мечом? Вот вопрос. Там по сути. Так тут же есть много разных предметов, которые по факту одинаковые. Просто разные картинки. Картинки да. Разные, да. Лиза, ну это абсолютно легкий выбор. Ну да. Я не знаю, что еще. Клинок катаклизма, естественно. А что, я тебе отдаю, типа? Да, ты отдаешь мне. Хорошо. Ну что, Тереха, отправить тебя? Кошелек или жизнь, на тот свет, сука! Блядь. Ебать, ты еще раз хочешь? Кошелек или жизнь! Ебать! Он просто преследует и пиздит его! Ну в чем разница, лол? Ничего! Безделушка. Да. А, возможно, безделушка где-то применяется. Типа, дайте безделушку. Но, скорее всего, это из может DLC быть. Город, видишь, замок. На дорожку да. А, то есть ты этот давай, айтем можешь приобрести давай, только в городе. Давай! 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 Для четырёха шестёрка. Ооо. Максим один сейчас выбрасывает и пизда. Бля, Терентий не должен иметь. Его бросок! Ебать! Бля, что происходит вообще? Ебать! Кошелек или жизнь просто? Ё-моё! Тупо ёбаный кошмар! Ебать! Переиграно, Максим! It's just a game, I have to be mad! Просто на скилле. Переиграл тупо, да, на скилле. А кто нажал теневой скил? Бросок? На Терентии. Это он делал теневой мне. Он Максим теневой тебе кинул, да? Я сначала попробовал с одницы перебросить тебе, перебросил на единицу, потом теневым броском перебросил на Терёхе и перебросил с пятёрки на шестёрку. И я сам бросил кубик на единицу. А, ну вот. Ребят, разница между стилетом и мечом в том, что стилет является безделушкой и не занимает слота предмета. Мне кажется, когда я родился, я упал в зеркало и разбил его. Нормально. По-другому. Потом покатился под лестницей и прокатился. И соль рассыпал. Прокатился под лестницей, когда мимо меня прошла баба с пустыми ведрами, блядь. И коты черные, блядь, бежали. Блядь. О, а я знал про этого чувака, кстати. Ебать, это до сих пор не тянули его? Ебать, смотрите, это же из Mortal Kombat 10-го. Гермагу, блядь. Не. А, не ковбой который, да? Да, как его зовут-то? Ублюдок. Iron Black вроде бы, как-то так. Iron Black, да. Да, Iron Black. 4, 2 и 3. Ну, ты его должен выебать. Должна это, Лиза. Он сейчас шестерку сотрит. Вы просто знаешь, выглядит не как Лиза. Тупо разъебан. Я его выебал. Слушай, Лиза это прозвучало. Мужественно. Такой вариор, знаешь, Конан. Я его выебал.
А что за обменять трофеи? Можешь поменять мобов на силу. На силу. И по 4-4. О, у тебя 4-8, это нормально. Ну да. И по 7 обменивается. Теперь ты сильнее. О, ебать, Лиза сильная. Почти я стал волк. Сильнее. После того, как его выебал. Дима и его приключения в сказочном лесу. Блять. А что это там лежит? Врата руны. Так и запишем. Сказка про пирате в сказочном... О пирате в сказочном лесу. Питер Пен, блядь. Капитан Крюк. Приключение Крюкова. Блядь, капитан Крюк зашел не в тот лес. Так вы нажмите. Вы нажмите на аватарку Димана. У него Крюк, блядь. В чем проблема? Тик-так, тик-так. Опа, там... Грациозно катаясь на этом ветерке, этот фей останется здесь. Грациозный фей. Кстати, блядь. Капитан Пень. Ну так что, Димас, отпиздишь фею? Сбросить приманку, чтобы спастись. Что это, блядь? Отмена. Спасайся. Охрана, отмена. Спастись, это ему надо скинуть, блядь, по-моему. Так он, у него один, у тебя четыре, ты его скинь. Блядь. Да. Он кидает. Нормально. Теневой бросок за фея. Давай, давай. Так теневой это Диму перебросим. Да, за Диму. Перебросьте мне, давай. Пипеха. Тупо разъебал фея. Катался на своем ветерке. Если б сейчас фея разъебал Диму, это был бы пиздец. Так, а почему я хожу либо туда, либо туда сразу? Потому что ветер, буря была. Ветер, да, буря. А, понял. А что за тайный путь Димы? Что за тайный путь Пипеги? Не надо, не трогай. Тайный путь Пипеги, он на то и тайный, чтобы быть тайным. Дух, умение 4. Ну, у тебя есть возможность повернуть. Да, ну-ка иди-ка сюда, соколиная охотница. Сейчас день. День, да. Так ты Дима ебал и тайна пипеги. Да вот хуй знает. Я знаю свою удачу. Набьешь. Ты знаешь свою. Да, я знаю свою удачу, я же говорю. Ооо, нихуя себе. Ну тут, конечно, посос, да. Красиво, чё? Так, графон бьёт так, чувака. Битва. О, да, кстати, сейчас. Адская битва. Так. 8-8. Сила 8, умение 8. Ёбаный в рот. Ну, на силе будешь драться. Ну, поехали. Ну, у него минус 1, походу. Битва силы. Силы, блядь. Битва силы, блядь. У него минус 1, да. 7-6, ебать. 7-6, у тебя есть шансы. Ну-ка, ебать. Поехали, блядь. Поехали. Блядь, ну... Используйся, блядь. А, у него нет судьбы. Есть судьба. Не хватает. О, все равно не хватает. Да. Маловато будет, ебать. И вы броском можете графона засейвить. Надо было 6 только. А, не доевало даже. Он тебя сейчас должен выкинуть куда-то. Да, там и начало, по идее. Пошел вон. Ой, смерти! Блять, я так долго. А короля нищих я уже забирал. Опа. Да, Энцелял, я понимаю, как работает эта игра. Да, теперь я похилиться с этим косяком, меня, блядь, жизнь заиграла на ужасную. У меня только в битве силы будет козел приниматься. Получать заклинания, еще какой-то хуйней заниматься. Если ждать равенно. Знаете, я типа был такой нищий, один хп, еле сдыхал. Ебать, слышь, кошелек на улице. Нескончаемое золото. Так это же охуенно, блядь. Такое? Ну, давай показывай нам уже. Мы все умрем! Что за секреты от чата? Вот, смотри, ебать. Карманник. Брось один кубик, если результат равен или больше вашего умения, вы теряете одно из один золотой. Если он меньше вашего умения... То есть 5-6. О, да, нихуя. А все потому, что у меня нет золота, если я сейчас выкину там... Ага. Вот идеальный бросок, блядь. Получаешь 4 золота? Да. Нет, один должен получить. А, один. Разницу, разницу. Получаешь разницу. То есть ты должен был один выбросить. Да, получил. А я думал наоборот. Трех пиздишь ус. Давай, иди сюда. Привет, Бибиба. Та-та-тан. А что ты там сделал, помолился? Не, похилился. Он теперь этим кошельком хилиться может. Да. Терево пер становится имбалансным потихоньку. Теперь надо пиздить Терентия. Кошель не заберет, да. Тебе нужно уебать после бей такого, его, конечно. Бей его! О, грозная крыса! Сила о, один! Это монстр. А у Терехи два! Если она сейчас положит, у нее один минус один! Да, у меня один! У нее ноль! Сейчас ставлю крысу на шестерку! Так! Шесть крысы, ебать! Ну-ка! Крыса шесть! Чуть! Ооо!
Его три, да. Жаль. Да, могло быть весело. Это было бы весело, да. Крыса запихала. Да, это не поможет. Так там два. Шанс только один и ничью эта хуйня. Ням-ням-ням-ням. Буран еще не закончился. Почему я выбираю пункт назначения по единичке? Так и Буран. Помнишь Буран? Те двигаются на одну. Да. Ну типа, до, вот когда графон охотно станет, то... станет. Хватит делать этот звук. Он больше не будет. Хочу себе мод, который меняет вот этот звук на вот этот звук. Нормально. Когда тебе пишут сюда, просто... Почему я не могу выиграть? Ну что, Лиза? Я пока нет, я сначала хильнусь еще разочек хотя бы. Лиза, ты можешь... Там начну заклинание покупать. Хочу пойти. Там судьбу, заклинание остановили. Ну все, перешла. Спайдермен. Спайдермен. Продажный священник. Я бы к жрецу пошел. Где продажный священник? Radioactive Spider-Man. Исцеляете одну жизнь за один, золотой, не бросаете кубик. Становитесь злым, боги вас не слышат, исцеляете одну жизнь. Нейтральный, исцеляете жизнь за один золотой, злой, просто исцеляете одну жизнь. Проклятый продажный священник. Одновременно с ним сообщение прошло. Блин, братан, саундборд у ребят в TeamSpeak. А ты добрая? Так, ну тут... Ты не видишь, нейтрально, ты нейтрально. О, десятка, да? Это получается... Заявление! Заявление! Что такое заявление? Давай посмотрим как раз что это. Вот сейчас узнаем. Что такое заявление? Я торжественно заявляю. Что, заявила? Все, да. И что это было? И мне все должны. Она получила заявление. Самое интересное приключение за нашу игру, Дима. Да. Куда-то явиться надо было. Блять, как она, Нетляндия там? Воображляндия. Воображляндия. А чё, я могу только один ходить? Нет, Нетландия, по-моему. Всё верно. Залагала, что ли? Нет, ты можешь на один ход, потому что... Не, я не мог нажать, я нажимал и не мог даже нажать. Погнали две карты, одна это скучная. Ты, блядь, пытаешься выйти, что ли? Да. Омут удачи. Я увидел, что за хуйня там стоит, и я съебаюсь теперь. Ебать. Нау. Ебать, это Тирион Ланнистер. Это Тирион Ланнистер. Тирион полумуж. Этот фей, блядь. Берешься с полумужем. Ой-ой-ой. Ебать. Бля, я не хочу. Дима теряет всю свою темную, если проиграет, да? Я хочу с таким запиздиться. Ну там 3-4, нормально все. Да, 3-4. Ооо. Серьезно, да. Вау! Бля, Тирион. Тирион. Ну а ты отпиздил, очевидно. Тирион умер, спасибо за спойлер. Так, когда скажете карту, положите на нее 4 судьбы. За один наконец-то может. Ну, типа, ты заходишь и восстанавливаешь судьбу одну. И там 4 раза можно так сделать. Темную судьбу не забудь, Димас. Бери светлую, светлая пижа. А у него всего одна. А, да, да. Светлая пижа. Не, но у него всего одна. Себе можешь это сделать. Оп, лучше. Нырнул, ебать. Ого, красный колпак. 4-4 есть. А, так ты его еще из-за этого? А, да. Да, Димас, меняй всех. Ты их можешь обменять? Не, я убрал же центральную, в смысле? Ну да. Не, меняй всех, все правильно. Ты их победил, точно, ебать. Я думал, ты их просто взял и за себя. Не, я их отпиздил. Димас сильный какой уже. Да, неплохо. И Лиза, и Димас, и Графон. Димас нормальный. Графон вообще 6 по дефолту, это жесть. Алькор, смотри, там братан мой, блядь, впереди ходит. Можем привет передать. Я вижу там ущелье какое-то, видно, дракон. Значит, какое заклинание? Дракон, враг духа, мини 4. Ну-ка иди сюда, блядь, ветрогон. Опа. О нет, он пускает ветер. Скользкий путь, блядь, Алькор катится, смотри. Да-да-да. Так, ну-ка, сначала, ветрогон. Сначала ветрогон. Ну-ка, ветрогон. О-о-о, ветрогону пизда. Все понятно, ебать. Да. Да, ты не бросок? Да, а туда же не бросок не поможет. Так он, а он не поможет. А толку? У меня и так умение 4. Даже если один он выкинет, у него будет. Да, я его уебу. Ты
блядь, скользкий путь. Пропускайся, двигаться при делении против всего стрелки. На шестерочку и пошел дальше. О, нормально. А тут, кстати, все нормально. Кроме пропускайте одного хода. Но у тебя будет как раз один. А, нет. Не, нормально. Назад отошел, да, на три стрелки. О, там как раз смерть там. Недалеко. А, там зашел, так и ушел. Еще и ход, ебать, дополнительный ход. О, бледная милфа. Бледная милфа. А если ваше умение больше двух, бледная милфа сбежит на одно деление по часовой стрелке вместо битвы. Она съебется от тебя. Она просто сейчас убегаться будет. Бля, она всегда будет съебываться по ходу, потому что умение два это... Это только графон. Элиза. А, типа, с ними она пиздится и, скорее всего, ну, шансы, что они победят ее маленькие. Так, ну я умелый парень. Опа, графон, побежали. У клоуна ствол. А я не могу нихуя сделать. Так, выбирай, либо Вервольф, либо от Вервольфа. На Вервольф. Токсичный родник. Прикольно, ебать. Димок такой же нырял. О, кстати, ты можешь же попить отсюда, потерять хп и взять силу. Из токсичного родника, блядь, попить. Пати на выходе из горы, да, нормально. Так, ебать, ну... А ты уже зеленый в прыщах, давай, блядь. А, ты хочешь так, заново попробовать? Конечно. Ну смотри, там, если его... Брата отпиздить. Я помню, брата еще. Самый пиздатый это Пэт Грифон, по-моему. Вот да, ты можешь летать на нем. На все клетки, вообще на все. Да, это прям вообще летаешь нахуй. Охуенно. Так. Пока у тебя его не заберет какой-нибудь чувак, который заплатит одну монету просто в городе. Да, мы еще даже ни на хуй не приблизились к центральному региону. Да, мы ни разу не играли в артефакт, блядь. В артефакт говно, в талисман полностью. Нас просто до хуя, понимаешь? Долго, ну хотя бы у каждого хода ограничено. Это хоть... Олден сказал, что 16 часов длится катка. Обычно. Прикольно. Да, классно. Или сколько, или 10. Все, буран кончился. Это смотря сколько раз погибать. Если ты будешь погибать, ты можешь вообще никогда не пройти ее. Да. Политика Узбекистана. А я хожу, да? Олден, еще раз, сколько там у тебя катка? Так, а давай выпьем эту хуйню уже в конце концов, ребят. А, 12 самое долгое. Ну тут 66%. Алькор не пьет, так я выпью. О, нормально. Получаю жизнь. Подходит. Нормально. О, ну если бы я ее это, мне пришлось себе щит отдавать, понимаешь? Если или сундук. Выпил. Или сундук, а они хорошие слишком. Или восстановите одну жизнь? Разве сундук хороший? А, получить. Нихуя. Не, ну это типа восстановить тоже, так, по-моему. Так, надо могу теперь изучить колоды, да? Изучаем. А я знаю, что в городе вообще или нет? Для преисподня, мне страшно, что там находится. Надо посмотреть. По-моему, не знаешь. Не, не потому знаю. Потому что ты только что смотрел. А, понял. Олду, на средняя катка сколько? В эту игру великую. Три. Обычные 6-8 часов обычная катка, вот. Ну, нормально. Талисман, да. Так, или... А, ну нормально, в принципе. Привет, Дима, здорово. Туда ебать. Потом тянем карту, тут перемещение, мы говорим хорошо. Мы встречаемся с этой картой, смотрим сюда. Тут зелье ебать, заходим в зелье. Говорим, мне, пожалуйста, зелье. Ебать. Невидимости. Оно еще ничего не весит, это безделушка. Ну да, Дома завтра выходит второй мор. О, да. Утопия? Да. Да. Вторая часть. Это да, переделка, по-моему, это же не продолжение, не? Не, я вот думаю, это ремастерит вообще. Это ремастер, не, по-моему, да. Какой-то типа. 2 они... хп, да? Нет, называется именно 2. Выглядит, взять, не обещаю. Не, оно называется Патологик 2. Раз жизнь, Патологик чтобы 2, быть да. Сейф, в сейфе, в сейфе, заклинание. Это полный пока ремейк, отмена. Видишь? Это не продолжение. Все еще топ. Ду-ду-дун. А я что-то думала, что если 2, значит это... 2, и только сюда могу пойти, да? Ну, ремастер, но полный ремейк, так что считай вторая часть. Ну, это не продолжение, это просто новый. Окей, ну все еще. Первая была просто топ. Панда нищий, тяните карту. Макс не смотрел, да? Убийца. Вы можете заплатить до 3 золотых, а затем выбрать персонажа, чтобы он потерял одну жизнь за каждый потраченный вами золотой. Три жизни! Так, это можешь, если... Ты можешь Рикора ваншотнуть, меня ваншотнуть. Можешь меня... А, и золото и себя ваншотнуть. Она останется там? Себя ваншотнуть, да. Я сейчас нажму встретиться. А чё это, кстати, Алькора? У Димы тоже три жизни. Я сказал тебе, я сказал за себя тоже. Не слышал. Понял тебя, ну внимательно слушаешь.
О, да, ты обиделся, Дима, на это? Да, я бы обиделся на его месте. Да, вот я обиделся на своем месте, я обиделся. Ну правильно, как говорит Максим, так сразу надо сделать. Понятно. Ну да, так и надо. Максим, что мне сделать? Я бы обиделся. Я обижусь на тебя, Алькор. Пиздец тебе. Понятненько. Когда Дима обижается, он стреляет. Это, кстати, я стрелял, вот это Дима. Ой-ё! Ох уж этот Дима. Сейчас напиши Диме ВК, чтоб он не это. Сука. Ты пишешь конфу. Конфу, блядь. В личку перейди. А, сейчас извините. Очень смешно. Лиза? Лиза? А, я? Твой ход почти закончился. Я морщилась? Я смотрю. Опа, 6. Лиза говорила о патологик. Которая пиздатая должна быть. Я хочу горы. Я хочу шоколадку. А у меня мандам секи. Какие горы? Ой, я сегодня как раз пикник доела. Трогай мои горы. Три человека в горах. Он идет. Лиза потеряла жизнь. А, да. Она не походила по. Ну что, продолжаем. Максим ее отбил. Выходите стереть в магазин. Продолжаем, Дима. Да, успеем. Возвращаемся к моим путешествиям. Давай, Максим. Я то сейчас похожу, а потом пойду. Успеешь. Я успею. Давайте быстро ходить, чтобы Максима слить. Тайный заговор. Давай, Дима, иди вперед. Я готов. Дайте мне быстро походить, и я пошел. За шоколадкой. А почему я потратил судьбу? Что, блядь? А ты перебросил? Я не перебрасывал. В смысле, я пошел туда же, куда я и собирался. А, да? Дракон выдра, блядь. Давай, захуярим. Вирда. Выдра, блядь. Дракон выдра. Выдра стал очень опасный, потому что он магия фей. Затронутый магией фей. Смотри, какой радужный, красивый. Натуре. Прикольно. Опасно. ЛГБТ-дракон, блядь. Не, ну у Димы шансы есть. Огромные шансы. На единицу, смотри. Блядь, нормальный шанс. Я, блядь, зарежу сейчас этого парня, блядь. А я могу только приманку? Подожди, я думал, я могу его как силу использовать. Походу, нет, ногу ему режешь. Нет, того... сила 8. А, вот, сила 8. Пизда дракону. Здесь Дима хуяры. Чё, отпивайте этого молодого. Дима хуяры. Слушай, эх, неплохо. Сейчас... Чё, ну да, да, точно. Уааа, слушай, орёт как. На папе играю. А кого ты можешь приручать, кстати, Дим? Я не знаю, надо почитать персонажа. А, понял. Я сейчас подойду. Ты думаешь, ты его тоже можешь приручить? Не, вряд ли. Я не знаю, там последователи как-то. Я не могу их приручать. Я могу, типа, челик говорит там, заплати столько-то денег. Кто там астролог? Понял, кого я могу приручать? Ты карта приключения или что-нибудь. Алькор. Дима, если что, может до 7 утра в лесу провести, как в Таркове сегодня. Что происходит? Так, сейчас вернусь. Ладно, не важно. Во-первых, ты замучен, но подойди, пожалуйста, физически. Физически не хватает тебя, Максим. О, опять соколиная охотница. А ну иди сюда, ебать. Ебать фармит тупо. 5-2. Так я фармлю... Это что? А, это 3. Это 3. Я фармлю херню по факту. То есть я фармлю умение, а по-моему, чтобы драться с человеком умением, тебе нужен какой-то то ли итон, то ли еще что-то. Mm-hmm. Типа нападать на человека можно только силой, насколько я понял. Блять, Алькор до сих пор не походил. В смысле, вот, я закончил ход. Я уже успел сходить в туалет, сходить к Лизе, посмотреть. Так еще Дима ходил. Я видел, ты уже ходил. Когда я вернулся с туалета, ты ходил. Так я вот только закончил. Зато сейчас смерть пойдет, Графон. Не ты, так смерть. Угу. А там пати, блядь, близко. Так, ага, чужак. Кач, заклинание, стоит здесь. Три заклинания. О, заклинание здесь одно себе. Ага. Но, по-моему, графон не может. Надо два умения, чтобы заклинание было. Ага. Так что не может. А не может. Применяйте любой момент на любой персонаж, в течение этого хода он будет оглушен. Огр, блядь, с этим. Применяйте с заклинаниями. Любых существ, персонажа на деление можно пойти до конца хода.
Возьми заклинание оглушения, и если я не успею вернуться, просто оглушишь меня, чтобы я не скипнул ход, когда будешь ходить. Окей? Интересно, давай. Так, а я... А как взять-то, блядь? Выбери, или ты в натуре не можешь из-за отсутствия умения. Наверное, не можешь, блядь. Да, ты не можешь. Да, я не могу ни хрена. Сука. Что это за ну, слизь? Ладно. Сложно. Нахуя не надо. А у нас есть вообще в городе последняя какая-то? Ходи к себе, Рапон. Да нахуй он мне нужен. А у нас есть вообще с тобой в городе какая-то ключевое завершение? Не, в городе ты ходишь по кругу. В каждом данже, кроме города. Пишите в чат что-нибудь, чтобы вы дрались внизу и слева. Покажите, что вы самый сильный участник чата. Ты можешь походить в крысиные норы. Помнишь? Крысиное гнездо там чат. Лад. Долго в настолько. Хуй его знает, пока не заебет. Пока что, блядь, мы еще особо ничего не прошли. В городе тоже есть данжи. Мы сейчас только персов качаем, по сути. Все будет самое. Ну так докажи это, покажи. Я что-то не вижу, что ты самый сильный. Ебаться, всраться. Меня побили уже. Нормас. Не мой персонаж. Я сел? Я в тюрьму пойду. Давай, встретиться. Продолжить. А, я могу один кубик бросить в любом случае. 3-4 тогда. О, в тюрьму. О, как раз ты хотел пропустить, все. Иди в магазин. А тюрьма это скип-ход или что? Да. А ты уверен? Олден? Тюрьма это локация, наверное, да. Я могу перебросить. Локация. Я могу просто перебросить и все. Это локация, мы сейчас не видим. Видишь? Вверху слева. Ну ладно, погнали в тюрячку, какие проблемы, ебать. Хардтайм пошел. Хардтайм. Так он 4 выбросил, я не понял. Я не хочу с тобой встречаться, что мне с тобой толк? Завершить ход. И где тюрьма? Так 4 выбросил, ты в безопасности. Да? Ну да. Я один перебросил. Вон, тюрьме побей, бросил один кубик, да. Ну что, 4 было. Так, ну что, берем на этот раз. Так, я побежал. Давай. А Тереха же у нас сейчас получает каждый ход бабло, и каждый ход его тратит, да? Ебать, Тереха сейчас всех перебьет. Это хуйня по факту у меня сейчас. Он этих заклинаний наберет миллион. Мне не позволяет больше 2 взять, по-моему. А-а, то все еще ты можешь их использовать, типа, если есть возможность. Так, челики получают мечи и щиты, покупают или находят? Давай сюда пойдем. Тому, кто сказал его имя, ебать, минус Юрий. Посетки. Капеллана. Теперь я нейтральный. А, не, или я должен был стать сейчас нейтральным? Лиза. Да, ты стал нейтральным. Так ты и был вроде, нет, нейтральным? Нет. Нет? А, да он был добрым. Я и Лиза нейтральный только да, ты был добрым, теперь ты стал нейтральным. Я был добрый, стал нейтральным, и этот чел разговаривает только с нейтральным. Я с ним не поговорил, я не бросал кубики. Ну, значит, ты стал нейтральным, а теперь а теперь сможешь разговаривать с ним. На следующий раз ты когда зайдешь. Да. Ты думал, что стал и сразу тебе... О, так ты стал нейтральным. О, ебать, он ходит! Блять, это хуйня... Что происходит? Это хуйня ходит! Он стал руной. Он стал руной. Чего, блядь? Дают руны. Пернос руны. Он не превратился, он, блядь, сидел здесь руны, блядь, просто построил он, нахуй. Да. Походу, он нам пизды сейчас еще даст. Кто это за титан, блядь? Он не идет. Знаю. Но он идет, да. Я не знаю, кто это. Да. Ну, каждый раз, он получается. Он спрятался в рунах, блядь, его не видно там теперь. Это да. Может, каждый раз, когда событие, потому что у нас долго день был. Никак, тоже возможно. Да, Дима, ну там меч крутой, да. Титан. Инсайз ходит, блядь. Не, инсайз уже не титан, все. 7. Титан пал. Дубля нет. Наяда. Ооо. Не очень хорошо. Избушка Бабы-Яги. Последователь. Избушка Джона Уика. Да, вы заходите, она бежит и бежит. Нихуя себе. Берете его поставить вместо броска кубика. Нормально. О, меч пиздатый, походу, да? Да, но мне... Так, вся битва за меч. Блять, я типа не вряд ли убью. А почему эта чанка? У них еще плюс один, да.
я встречусь с мечом. И возьму последователя, ее обойду. Блядь, нормально. Ты забрал меч? Походу, я не знаю. Скрытный, он забрал, нет, он забрал избушку. Он не забрал меч. Меч не забрал? Забрал избушку, значит, да. Меч, значит, только после победы. Избушка со мной пошла. На я-то враг. Нормально, блядь. А, ебать, я понял одну тему. Мне, походу, нужно в ту локацию, где Дима, и ходить с этой. И ходить тоже путь предназначения ниндзя выбрать. Ну, так оно есть, тебе может другое дать. Визника. Это путь вообще рандомный, чувак. О чем? Нет, там же три пути, путей. Ты сам выбираешь. Это мне дает, это не из рандомных, так путей до хуя. Не-не-не, там три, на всех. Там все три пути, я так понимаю. Нет, тебе выдает из колоды путей три пути. И ты выбираешь один. А-а-а. Ну ты что думал, все, три пути в игре? Да, я думаю, бля, мне нужно. Ну попробуй, мне кажется, не. Мне нужен путь, их дохуя, я понял, Алдон пишет. Мне нужен путь Димы, я бы здесь фармил так, что, блядь, вообще невозможно было бы. Беги, зайди. Пуль ты ждешь. Так и мне может путь Димы не выпасть. Ну, блядь, об этом и игра. Но мне нет смысла сейчас покидать этот город. Я должен закрыться. Но у меня здесь тоже пока нормально. В ущелье сидеть. Пока что. Не, у своего министра, спасибо тебе. Если вы посетите город Солох Хейн, то сможете сбросить рубин, чтобы получить 3 золотых. Пойдет. Грозный паук силы 5. Горный ползун. Сука. Грозный паук. Это паук-каратель, блядь. Как можно было блядь, горного ползуна, как грозного паука, блядь. Это паук-каратель, блядь. Смотри, он выглядит... Это Панишер. Паук, и он грозный. Все нормально, блядь. Так, а теперь, если я нажимаю... Так, сейчас, мне нужно понять, как мне использовать мои карты. Я нажимаю продолжить. Нет, сейчас, я должен использовать... Ой, могу его очаровать. Чаруй паукана. Ты сбрасываешь, и ему пизда. Да. Хору пизда проверять. Не, а я, но я это же... шанс, это все равно шанс. А как мне... А, я должен нажать, на, наверное, встретиться и только потом драться. Ну давайте, блядь, похуй. Вперед. Очаровать же. Да, очаруем, ебать. Побахна. Вы пытаетесь стрелять паука, отсасывая его член. У вас не получается. Завершить ход. Понятно, понятно. Но он на тебя не нападает при этом. Да, он не нападает. Я понял, то это не все животные, походу. Ой, бать, давно с семьей, так сказать, бы не виделся. Пришел на ужин. Ой, бать. Звонок. Пошел. Какого хуйня, мамка, блядь. Какой пиздец. Мамка заставила в погреб лезть. Ой, бля, мама нахуй. Три раза подряд. Три раза подряд. Перебрасывай. Перебрасывай. Здесь. Нету? А, это золото. Это золото нету. Это золото. А, это золото. Ой, пизда. А вот батя уже сказал, что ты... Теневой бросок графон. Ребята, помогайте. Да. Ебать. Сейчас Максим будет ходить. Макс, Лиза, Лиза, походи за Максима. Или через минуту его походят. Ну, так Максим подождать. Же должен сидеть в тюрьме. Так вор. Не сел он да, в тюрьму. Макс. У него четверка. Макс, должен сидеть в тюрьме. Да у него четверка, блядь, какая у тюрьма. У меня у него единичка была написана, значит, написано. Ну, четверка у него была. Да. Четверка. Да, не, четверка, значит, была. Он в безопасности, типа. Так, ладно, подожди Лиза. Минуту. Но он сам, типа, сходит. Автоход, насколько я понимаю. Нет, просто съебнет, скорее всего. Лиза, ты где? Лиза, ты его замутилась. Могут, его может Лизы... кикнуть и дать этого. У Лизы хп минус ануло тогда из-за того, что он не успел сходить. Ё-моё. А да, ты с нами разговаривала? Не парьтесь, он идет, он уже близко. А, он идет. Все, хорошо. Чувствуете его после. Только ощущение, что это Лиза. Опа, кто вернулся? Я успел? Да, у нас еще мой ход, давай быстрее. Мой ход? Да. Ништяк. Бля, Максим такой пропустил, пиздец. Встреча с семьей была. Теперь можно вычислить, где ты живешь. Узнать, где магазин находится в 5 минутах ходьбы, блядь. То есть везде, где угодно. Ну да. А, прикольно. Слушай, круто вообще. Ну я вам такой возможности постараюсь не дать. А что я делаю? Я могу ходить, да? Обследовать туннели. А карты туннеля можно, да, посмотреть? Так, вытягивайте две карты. Крысиный ход. Старая канализация. Вражеские крысы добавят стринг своей силе, ебать. Так это они сейчас ночь, да, еще получается? Да. Ага. Плюс 2. А вон Тереха стоит. Ебать, шут запыхался. Ну давай тогда сюда. Далеко все-таки магазин. А, Максим, там, кстати, этот робот, помнишь, прилетел? Он там, короче, пошел на другую локацию и там руны, короче, оставил. В смысле? А, да? Да, он ходит. Слева от дверей вон.
Та хуйня ходит. Что за забвение у тебя вообще? Применять персонаж должен забросить. Ты можешь смотреть мои карты? Конечно могу, ебать. Давай я по старой памяти ебал начищу. Не, не трогай меня. Стилет. Не трогай, сука. О, сейчас кошелек-то у кого-то уйдет, походу. О, пятерка. Пизда тебе теряйте. Да ебаный рот. Пятерка, смотри, вот неплохо. Забирай сумку его с деньгами, пиздец, блять, абузер. Не трогай сумку. Да я просто тебе ебал, начищу и уйду. Так он похилится за сумку, он похилится за золото. Он получает золото за сумки и берет хп. А какой, кому вы верите, ебало говорит, начищу? Ну давай тогда сюда, ебало. Будет воровать. Деньги вернулись. Надо было не заходить в лавку, сука, в лавке легко встретиться. Влад сзади подошел с ножом такой. Возвращай, ебать. Так, ну легко хули пришло, мне легко ушло, как говорится. А что у нас здесь? Лиза, а, будешь шоколадку? Не, хуйня. Не, спасибо. Лиза, ты не знаешь, какую шоколадку я тебе предлагаю? Крысиный ход. Итак, озвучивай весь список. У нас есть... Верхняя кстати. Бутылки. У нас есть пикник, Твикс, Марс, Натс, Баунти, Сникерс, ММДМС. Чего из того, что я сказал? Плохая идея, братан. Можно к нам по спискам зайти? Ладно, тогда. Скайю. О, это загадка. Бросайте два кубика, если это меньше. Kings IQ, давай, чувак. Покажи свой IQ. Мне нужно выбросить 5-6. Начнем с нации, ебать. Люблю нации. Давай, чувак. О! Если меньше, да? Знаете, что это за звук? Что это падает? Что это падает? Нет, ты прям. Бля, это сложно. Это ММДНС. Конечно, это ММДНС. Но с двух кубиков это пиздец сложно. Ну, 1-1 выбрасываешь, если... Ты сама с собой, но сказал Алькор и графон сразу. Да, я задумался. Толстяки. Сейчас приду. Я, кстати, похудел, не надо, и графон секси. Мы тут вообще худенькие, да, графон? Да, да. Давай пузами ударимся. Да, обязательно. Лиза, ходи. Лиза, почему ты нас покидаешь? Лиза, играй с нами. Лиза. И не трогай моего орла. Не трогай его орла. Уже все? Стрекой сочный алькор. Ой, изи алькор. Просто, но... Я могу щит, защищаться, да? Щитом, да. Попробуй. И буду так же драться, как и ты. Да-да. Так у него меч. Да-да. Так и что, я со всеми модификаторами получаю? Разве меч не во время уже? Не после использования? Это 50 на 50 пиздит твой щит, кстати. Бля, ну горный ползу на... Бля, если заберут щит, то это, по-моему, тебе пизда алькор. Да, то ты резко станешь... Естественно, естественно, все это ничто без бутылочки колы в стекле. Нихуя себе. Мажор. С дымком, блядь. Мажор колу купил, я вам, блядь. Сука. Еще и в стекле вообще двойня мажор. Сколько ты рублей? 400, наверное, потратил на все? 352, по-моему. Ну, почти. Так, перекинуть. Не, видишь, ты без модификатора вроде берешь, нет? Кола без модификатора, да? Кола без модификатора, отстойная кола, не мажор. Такая седа. Ой-ой-ой. Ебать. Ё-моё! А кто кого вот пиздит? Лиза на меня напала. По-моему, сейчас варвары отпиздят. По-моему, проклятый козёл, я пиздец. Козлы сейчас просто будут ебашить. Он козла вызвал, да? Да. Нормально. А одноразово можно? О, нихуя себе, блядь. О, ебать. 12. Это сильно. Больше двойки надо. Больше двойки надо. Пятерка. Нормально. Но Лизе перебрасывать смысла нет. А вот Альгору перебросить-то и можно. Но кто, кому это надо, типа, да? Никому. Зачем перебрашивать? Нет, тебе. Мы типа, да, чтобы Лиза тебе перебросила, но нам-то это нахуй не надо. Это да. А вот кому мы сейчас выбираем, нихуя непонятно. Закон выбирает, что забрать. Смотри, какой забрать, меч, да, классный. Меч пизда... забрать вот жизнь. Мне интересно, могу ли я использовать меч и козла вместе? Наверное, да. Да. Козел. Министрел. Ты его используешь перед битвой, по-моему. Козел с мечом. Чувак, по-моему, ты можешь. По идее. Вот я тоже думаю. Сейчас. А как работает вот этот клинок? Мы так и не поняли. Он одноразовый или нет? Да, скорее всего. Просто битва сила была. Если ты можешь вот так вот козлом бросать, то ты имба. Да не имба, его бы отпиздили, если бы у него щита не было. Этот косёл бы не спас. Да, у него там, да, щит, у меня просто щит. Я бы получил пизды, сейчас, если бы не щит. Меч пиздатый, он для поединка воли только, понимаешь? Я использовал для силы, вот что не сработал. Да, вот походу... Скорее всего, одноразовый. Поединка воли?
Ну бросьте, типа, перед... Можете бросить клинок. А, нихуя... Ну ладно, давайте я просто возьму меч и все. Это... Да, это он. Козла нету уже. А, нихуя себе. Я козла типа сбрасываю? Ты зарезал его. Сакрифайс богам. А я этого лепрекона зарезал. Должен же быть козел. Вон он у тебя. Вот и я тоже должен быть. Остался? Ебать имба. Тогда им но мне нужно сначала найти, понимаешь? А дева козла... Да, да. Это сложно, блядь. Да, это сложно. Охуеть, как сложно. Да, да, сложно. Найти карточку. В игре где ты достаешь карточки? Мне нужно найти, во-первых, ворот, животное. Ворот его засылай. Да сейчас, зачем к нам? За нами, за мной. Она хочет мне мстить. Она его ко мне пытается. Есть червяк на 5. Вот я ей хочу, Олден, что-то такое. Типа его хуй выбьешь. Слишком везение нужно. Его хуй выбьешь. Он двигается, он двигается. Он опять хуйню какую-то сделал. Это Гильгамеш. Я же говорил, когда события происходят, он двигается. Вот он. Бля, ебанутый, что ли? И он походил. А почему я не могу бросить кубик? Может, у тебя предназначение. А-а-а! А, больно! Это я, наверное. Это же ты жрёшь! Ах ты Терентий! Это баллада про Диму и его лес? Да. Нет, вот... Ты думаешь... Я просто пират, который плавает по морям? Нет, я хожу по морям. Как бы не так. На самом деле, я могу выебать Питер Пэна по щелчку пальцев. Нет, вот, блядь, музыка Димы. Тема тупо леса. Viens, t'emmène sur ma planète. А в чем прикол, я не понял, извините, есть деревня. Песня самолетик, который. Дай ему послушать, дай ему послушать. А, брошу, да? Ща, послушать, подожди, да. Я тогда брошу и... А че Дима не сходит в глубины леса? Потому что там 10-10 хуйня. Бля, Алькор сейчас будет уезжать. На конях по горам, бля. Сука, там смерть за мной уже по пятам. А прикинь, вот этот двуручный меч графону, ебать. Да. Это же вообще пиздец. Ебать, он съебывается по горам, реально. Ты правильно делает. Эта карта откроется, что у меня две судьбы и две жизни. Вы можете испить из него один раз за посещение и получить одну судьбу, забрав с этой... Чего? Понял. Понял. Окей. И монстр силы 4. Ебать, Мантикора. Мантикора. Это у вас серебряный Мантикора нападает на всех незваных гостей. На да, потому что с дабом очень много отлетит звуковой дорожки. Мантикора охуевшая, я вам скажу. Как думаете? Так, значит, я должен использовать предмет. А я могу и предмет, и козла использовать? Вот и козла еще. И козла сверху. Пиздец, бабля. Использовать последователя. Не, подождите, если я сейчас могу еще и предмет использовать, то... Уже использовал. Нет, вот теперь использовал. Ё-моё. Модификатор 5, охуеть, блядь. Это нафармить нужно еще, понимаешь? Не, Кажется, у меня хуёвый персонаж. Персонаж становится интересным. Очень интересно, блять. Ну, у меня хуёвый персонаж. Я хочу сдохнуть. Хуёвый персонаж. Я был неправ, извиняюсь. Ну, просто им долго играть нужно, понимаешь? Вы можете... А, окей. Получить одну жизнь, получить одну судьбу. Три жизни. То есть, если он шестерку завербует, или шестерку не может завербовать? Жизни много не бывает, это так скажу. Да, я тоже думаю, что тут же... У меня и так есть судьба, по факту. Мне она еще одна не нужна пока что, вот хп. Блять, смерть это нахуй. На самом деле, Корчи самый сильный, как у меня. Самый сильный Терентий с мешком. Разборка, у меня его уже нет. Который я отобрал у него? Ну тогда все, да. Так. Шестерку можно будет приручить, Дим, да. Горный пятерку ползун. Максимум. Хочу убить горного ползуна. Это какой горный ползун? Встретиться с делениями надо тыкнуть, да. Сдать тебе ползун. Алькор думал, что про него, да? Это... Нет. Я думал, это червь. Мне нужен червь, понимаешь?
Или вот такой паук как раз мне нужен. От пижуны, который, все, да? Все, пижуны, да. Паук. А как у ты приручаешь? Тебе надо шестерку выбросить, чтобы забрать его? Мне нужно выбросить больше, чем у него сила. И это должно быть обязательно животное. То есть больше шестерки ты не можешь приручить? Больше пятерки? Шесть не могу, да, только пять. Больше пятерки. Вот если я пять приручу, то это пушка. Ай, ну ладно, графон. Ему похуй. Качаемся. Да, тебе нормально, согласен. А что это, ебать? А, это зелье невидимости. Нихуя себе. Да нахуй нам не надо. Не любой раз на тебя нападают, ты невидимый становишься. В смысле, блядь, хуйня? Ё-моё, шоколадки зебра. Придумали же гениальные люди смешать вафли, карамель, изюм, арахис и все это залить шоколадом. Это же Сникерс, только русский. Или как он там? Зебра, полностью уникальный продукт. Ребята, поздравляю. Сегодня у нас базарный, блядь, день. Торгуют все. Дядя, найди две голды, купи в городе зелье, переплави его на три голды. Не ходи по кругу, набирай золото. Только торгую, походу, я. Нормальная тема. Сейчас так и сделаем. Я планировал в городе задержаться, нужно два голда где-то на фарме. Ебать. Это за сколько, Максим? Кровь дракона. Я потом почитаю, что это. За одну голду? А если бы дороже было, ты бы не смог купить? Или оно все по одной голде было? Идти дальше, это значит, мне нужно сейчас будет с кем-то встретиться? Или нет? Ну, а я могу продавать вещи, интересно? Трендится все, папа, он не хочет ни с кем встречаться. Слышь, а продавать вещи как-то можно? Блять, оно же и было, нахуй я это сделал? Мне нужно с двух кубиков меньше, чем пять выбросить. Это ебануться, я бросаю десятки. Шестерку на единицу перекинь, нормально будет. У меня нету этого. Нахуй я там стою вообще? Бля, Терентий, вот этот мешочек жизненно необходим, кстати, который у меня теперь имеет. Да, Терентий, это самый главный мешок его жизни. Да, мешок охуенный, я согласен. Это, блядь, самое лучшее, что может оказаться. Лиза, у тебя. Если бы я знал, что ты сейчас, Лиза, пойдешь и заберешь, я бы его прибавил в золото. Да. Я просто смотрю пендочек. Пендочки. Пендочки. Ебать, уже 22-22. Ё-моё. Можешь уйти, бот за тебя поиграет. Да вот я бы отошел бы минут на 40. А куда ты собрался? Ты потом вроде не сможешь вернуться. Сможешь? А, наверное, не знаю. Возвращались люди. А вы через 40 минут еще будете играть? Тоже я думаю, вопрос. Да, лол. Нихуя себе. Там у Димы приключения, блядь, значит. Да, у меня еще и пиздец, я еще лес не прошел. Я десятку получу и пойду. Как зашел, так и не вышел. Моя нога сделана из дерева, которое как бы прорастало здесь, в лесу. Но это опять никто заметит. Блять, я могу кинуть кубик, чтобы ходить, сука, ебаная куриная ножка, это баба-яги, блять. Блять, я можно... Сука, я сюда на 5 хожу. Блин, могу ли я дать пизды Милфе? Не, не могу. Вот он приедет сюда. А в чем прикол? Я только на 5 хожу. Game goes the jungle. Game goes the jungle. Типа, а, Дима в лесу, и он король джангла. И я... там весь видос Рикардо танцует. В самолете, видосе, да. Да, в самолете. Я думал, кстати, вы про другое. Он в конце еще гномов в трусы засовывал. О, кстати, у тебя же что-то есть для феи. Можно еще Welcome to the jungle. Или Better Run for the jungle. Хорошо. Тоже подойдет для Димы. О, кстати, да. Мне реально повезло сейчас. Так, а тут все, по-моему, локации. Creedence Clearwater Revival было бы круто. Welcome. А, не, подожди, Better Run for the Jungle. Батончик Марс невкусный, ебать, очень вкусный. Я только недавно ел Марс. Блять, у меня есть бушка на этих ножках, и я теперь не могу ничего сделать. Мне надо теперь пересечь речку, чтобы она съебалась от меня, представляешь? Пиздец. Весенний лес, блять. Блять, мана. Ебать вы спиздили, я только что уже нарезал в Вегасе этот трек, блять. Так я уже говорил весенний лес в самом начале, в смысле, блять, спиздил. Спиздил, вор. Алькор. Дима, если Максим говорит, что ты спиздил, значит это правда. Вор. Грязный вор, блять. А, это опять такой же? Так Димка нашел лепрекона, забрал себе, это же точно так, как Рикардо гнома себе засунул. Бля, братан, так и было. Так, вопрос, если я получу одну жизнь, то у меня будет 5?
или... И эту сцену я своровал тоже. Да, будет 5 хп максимум у тебя, а не 4. У меня... Ага. Либо одно умение... А умение-то что? Это моя... Синяя. Это скилл. Это синяя. Синяя, да. О, нихуя себе, ну давайте попробуем еще одно умение получить. Это 6. Бать нормально. Бать фармят все. Не, но 5 хп тоже нормально было бы иметь. Хочу ходить. А видели, кстати, 4. Прикол? Вот нажмите на меня левой кнопкой, чтобы айтемы посмотреть, да, чтобы выпали мои. Вот, блядь, я похож на шпиона или на торговца какого-то? Там и камни, блядь, и еще какая-то поебистика. Так тебе 4 человека сбросило, блядь, поэтому. Блядь, я не могу последователя просто так сбросить, да? Сбросить это зелье, вы всего потеряете одну жизнь, но предел вашей силы удвоится до конца хода. 14. Пей перед тем, как пиздить того чувака. После вашего броска кубика для движения вы можете добавить... Игра, да, а ты есть. Не охуел 2 предмета тянуть, блядь. Слышишь? А сейчас нормально. Зимуется 3, ебать. Может, 3 предмета? Нормас, ебать, пивас. Две из них... Две из них ничего не весят. А, так это ожидаемо. Он охуел. Ожидаемо. Как это ожидаемо. Оп, плюс золото. Самое печальное, что я не могу Максу, блядь, я тогда летел просто на... Валить пизды теперь тяжело, да? Да, я тогда летел на последних издыханий, думая, ну типа сдохну и сдохну. Не, ну теперь если я дойду до Орла, то Орел точно пизды получит. А блядь. Сейчас ночь, да? Да. Да. У нас Алькор был на грани смерти и внезапно хопа! Я был на грани смерти, если бы у меня не было щита, я бы тебе уже давно проиграл. Ебать будет этот сложно. Этот щит засейвил мне всю жизнь. Так. Можешь выйти. А я, кстати, с удовольствием бы вышел, наверное. Это хуйня мне не подходит. Где Милфу? Это хуйня мне не подходит. А там что за ведьма, блядь? Что там мне за... А где Милфа? Valve заанонсили новую игру. Да, месте. Half-Life 3. Здесь же вы получаете силу. О, нормально, я хочу ведьмой подойти. Не, ну в смысле, не то, что Valve заанонсили, а звучит как пиздеж про Half-Life 3. Да ну не, Half-Life 3. Нее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 ee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 e
Ты нихуя. Силы, ебать, Тереха, иди сюда, блин, будем драться с тобой. Дай нахуй. Ебать, там лежат латы, цеп, книга заклинаний. Чувак, проходи туда быстрее. Прохожу, проверяй. Так там же, по-моему, королева крыс, да? Угу. Не-не-не, братан, ну куда ты, блядь? Чего ты вышел? Ебать. Механический шкаф. Я съебался от него. Я от него съебался, потому что у него ночью плюс один, то есть 5. Это очень хорошая штука, кстати. Ну, да, пизда. Не ночью. 5 силы, блядь, куда нахуй? Это мимик топ, который на твоей стороне. Да, ну, что поделать? Это из Донстара. Если Тереха его отпиздит, придется идти пиздить Тереху, забирать себе. О, да. Ты что, Тереха, что, попиздиться с ним? А у него был выбор. Нет другого выбора. Ебать. А что, кстати, за умение? Что это за конусы вообще? Это как сколько он получил силы и... Да. Да. Это сколько он получил бафов? Сколько он за игру он получил бафов? Я сейчас вернусь. Пошел ты. А что ты такой грубый? Я вообще никакой подлян тебе не делал, ты пришел, мне отпиздил, сундук забрал мой. Да, у всех никакой подлян не делал. А что я тебе сделал? А когда я пиздился с этим? И засолил его. О, здорово. О! А что, в смысле, а с кем ты пиздился? Я пиздился с какой-то хернёй. О, мне подходит. О, здорово. Ты ему ещё силу. Просто о ножку ударил. Ты ему силу. Он ещё сильнее ночью стал. В этом нет ничего плохого, да. Ну как тебе сказать, нет ничего такого? Там говорят, есть карты, которые ваншотят для контроля. Бля, это хуйня. Ебать, жарная бывает. Да, хорошо, что у меня в лесу этой хуйни нет. Так а что я тебе сделал еще раз третий? Ты ведь не его бросок повязал. Когда, блядь? Когда я пиздился с какой-то ебалой. Я на тебя ни разу, я на тебя ни разу не взял. А кто повязал тогда? Я ебу, блядь. Это ты был. Ты на меня наехал, я ничего не взял. Да это ты был, я уверен. Лиз, зачем я кубик? Тебе передают в чате, что новое Лего на диву очень вкусное, особенно когда из первого лутбокса. А, я видел, но мне оно не зашло. Слишком розовое. Было бы бежевое, было бы ничего. Понял. Я жду ньют мод на Overwatch, иначе играть смысла нет. А очевидно вот же. Винстон. Весной в ней очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в брусничных кустах. Можно отсосать в тихих местах. Главное не отсосать, пока поднимаем. Не лез. Мой хуй барсуку в анус влез, блядь. Ей, блядь, надо было сказать. Ей в анус влез.
У меня охуенный лес, отстаньте от моего лесика. Там гном или приконы в меня там лезет. Дима, в следующий раз просто не выбирай моды, создай только лес. Я могу просто, знаешь, отключить все локации, делать только лес, да? Чтоб все играли там. О, смотри, авангард Орлиного Гнезда. Бля, у Алькора же такой последователь, бля, написано на мосту, на ебанешься. А, я понял, как это работает. Дай Бастерс, дарит еще подписку. Become Pervzu. Добро пожаловать. Спасибо, Дай Бастерс. Что творит сегодня? Спасибо тебе, родной. Поднимает подписчиков. А, я не нажал встретиться, я долбоёб, наверное. Ну, ладно. Заверши ход. Самое нормальное, что новая игра на плейку усиленной. Я не встретился с орлами, я мог перетасовать карты и подставить кого-нибудь. Ё-моё, и не подставил. Сколько я раз могу это использовать? Сколько раз я могу плюс один к результату, блядь, добавлять? А что у тебя там? У меня же трое спутника, блядь. На, бесконечно. А, бесконечно. Охуенно. Семь сил, одно умение. На сколько микрофон пошел? На один? На два. На два. Значит, смерть не пойдет? Ух, хорошо. Ой, громобой, это какой-то рэпер, да? Ебать ему пиздец. Рэпер громобой против тролля. Поехали нахуй. Дубины. Джонни громобой. Ой-ой-ой. Ебать, уничтожил. Ой, он пытается прыгать. Сейчас теневым броском можно убить графона. Пал? Не, нам нужно выбросить там 2-1. Да кто это сделал? Что это сделал? Что? Бля, это низко. Кто это сделал? Я не знаю, у меня темная судьба не отпадает. Это у меня 1-2 все так же. У меня нет. У Терехи 0 там было, по-моему. Там какой-то негодяй. Это был Дима. Вот что я тебе сделал, Дима? Ну просто подумал, прикольно один будет выбросить. Определенно какой-то негодяй. Такой ржет еще. Определенно лесной какой-то черт. Негодяй. Нихуя себе. А так Волк же... А, это не ночь, потому что да. Встретились как-то смерть с оборотнем, блядь. Так, давай посмотрим, куда мы можем сначала походить. Да, ну Димон. Ну блин, ты так легко побеждал, а мне он понравился, его треки были довольно неплохими. А что у нас вытягивать на обыватель на этом деле, затем посещать одну обыватель на этом деле? А сначала посмотрим, какой обыватель давай. Максим, смерть оборотень выглядит хорошей компанией. А я вроде, если даже к ним нелегко встану, я не буду с ними встречаться. А, да? Да. Да. А, только если они сами придут. Во-первых, хули ты мне сделаешь, я плесу. Как называются эти колоды, которые мы смотрели, вот эти вот? Приключения? Они точно приключения? Ты понимаешь, что меня невозможно словить? Я неуловимый на башне этой куриной, блядь. Она ходит на 5. Чтобы словить меня, достать меня и на пятерке достоянно ловить. Ты понимаешь, она несется, блядь. Трость, да мне, понимаешь, ты этой хуйне похуй на твою трость, понимаешь, она бежит. О, ебать! Я сюда хочу. Отдайте мне перстень. Отдайте, блядь. Нет, я не пошел. Я дебил. Старый волшебник. А у меня заклинания нет? То есть все кроме единицы нормально было бы. О, блядь. А что такое свиток, а что такое личный дневник? Наверное, что-то дорогое. Не знаю, это как заявление. Нихуя, дневник. Когда вы меняете трофеи на силу или умение, требуемое количество единиц. О, то есть по 6, ебать? По 6 будет. По 6. Нормально. А, теперь поехали, да? Так, let's 3. Так, ну... Давай-ка нахуй отсюда, пиздуй. К этому великану, блядь. И ты тоже пиздуй, вот в горы, ебать. Там пахнет. Ёбаный рот. Развлекайся. О, сейчас Серёха спиздит, что Максим хотел. Да не-не-не. Так. Я съела зебру! Золотая улица, братан, тут точно деньги там, золото. Ну да. Я съела зебру, говорю. Зебра была вкусная, да. Можете позвать одного персонажа из любого региона, чтобы... О! Димас, хочешь пожить? Не, у меня лес, чувак, не трожь меня, пожалуйста. О, давай, давай, Серёха, давай, ебать. Вести персонажа на отделение, сиди поединок воли. Только победитель вместо обычной награды получит одно умение. О, ебать, что там более хуёво умеет?
Лизы. Лиза, сыграем в шахматы? Давай с Грамоном лучше, смотри как с Грамоном. Сморк. А что за шахматы? Расскажите, о чем вот мы играем. Играем в шахматы с троллем. Ебать, со мной, со мной, давай. Грамон. Поеди на троллей. Он тупо сморк стал. Ладья на Е4. 1-5. Пункт. Это а знаешь, когда ты хочешь выиграть, поэтому зовешь самого хуёвого соперника, знаешь? Я, блядь, просто один раз сходил, у меня, блядь, я взбираюсь в эту ебаную комнату, вы меня уносите оттуда. Так в шахматы играем. Там в шахматы же играть. Грифон, положи палку. А что будет, если он проиграет? Бля, такой... Просто я получу волю. То выиграет, получает волю. Да, я получаю волю. Бля, Тереха, я буду просто ходить и пиздить тебя теперь. О, нормальная идея. Я просто буду ходить и пиздить. А ты еще догони. Мне похуй, стреляй. У него 7 третий. Я бы по факту тебе, вот тебе, Графон, я бы по факту пиздил Шуса. У него там вещей ебанешься. Да мне похуй, Шус мне игру, блядь, не мешал. Вот ты, Дима, интеллентий у меня, блядь, первый. Да, бля, я всего лишь один раз перекинул кубик, Графон. О, нихуя себе. О, талисман удачи. О, нихуя себе, это очень жестко. Ага, читерский кубик, ебать. Просто 6 выбрасываешь. Читерский кубик. Ага. Так, иди сюда. Так, вот, по-моему... Ой-ой-ой. Графон, тебя спасли, по-моему, когда унесли оттуда. Да-да. До свидания, Лиза, я пошел. Я в тебя сейчас кубиком своим. Не млеешь, а у Димы-то сила почти как у Графона, если что. Да. Так смотрите, сколько у него там удачи напрудило в этих лесах. Напрудило. Оселок. Ну, в смысле, судьбы. Давайте я быстро хожу, вообще кайф, да? Да, я точно так же, если не заметил. Ну это еще карту смотрю. А что у меня там? А потом Алькор ходит, он такой, бля, а что это у меня такое? Затерянный город, гости 2 кубика. Теряете одно умение, теряете одну силу. Да заходи, чувак, пиздатый город. Ты 2 кубика кидаешь. Посмотри, 10, 11, 12. Чувак, ты кидаешь 2 кубика, заходи. Доспехи, оружие, реликвия, блять, охуеть. 9 это талисман, 8 это 3 золотых. За 2 кубика. Бля, Максим, в чем проблема? Как дела? Пойдем, пойдем рискнем, надо рискнуть. Кто не рискует, тот, как говорится, не играет в талисман. До свидания. Ты проиграл, братан. 3 золотых, ебать. 3 золотых. Охуеть. Алькор просто может пойти к ассасинке и заказать, блядь, у кого да, угодно. Кого-нибудь, блядь. Кому угодно. Да, в натуре сейчас не Боба может заказать. О, переместить жнеца и оборотня. Так. Так, только бы... Сначала... Да, жнеца. Не на 4 только, на 2 давай. Так. Ну, на 2 получилось. Веди его к монстру, блядь. Да, вот я тоже хочу. Ну-ка, иди-ка на монстра ебашиться с ним. Убей его. Блин, Паш нереально как папни выглядит, чувак. Папни. Я не говорю папни. Реально папни, блядь. А, сосед максимум до минус 3 снимает. Папни. Графон, it's time. Заказываем. А где Максон? А где Графон вообще? Графон, твой шанс. Посмотри, сколько предметов. Там а, мне, ты можешь Максиму ебать. Вот я могу, запиздиться. Если что, я могу запиздиться, нет проблем. Да нахуй. Ты на силе выиграешь. Почему? Да, ебать, нет, он не выиграет. Он не выиграет. Почему он не выиграет на силе? Потому что я выпью банку и потом еще ему пизды дам. Да, так это вот только ты не удвоишь себя. Удвою свою силу. Ты удвоишь максимум, по-моему, нет? Ну я свою силу удвою. То есть у меня предел. Будет 8. У него будет 8, а у тебя, ну, типа. Так это предел удвоится. А, нет, стоп. Так это не сила удвоится, а только предел, разве нет? Написано, что удвоится. Сила, все правильно. Да, ну его нахуй, я лучше да, просто погуляю по городу, ебать, вот Терентий как с тобой выйдет, время приключений встретится. Терентий стравливает, ебать. Да, у меня нихуя нету. О, все просто же бросают кубик, ебать. Количество золота, наверное, на последнему броску. У Графона тоже есть банка, кстати. Ой-ой-ой, хочу 6, да. Хочу 6, пожалуйста, я ебать с этим золотом, что смогу. Да, понятно, Графон просто играет на Максима, все ясно. Талькор, я тебя тоже бы не трогал, ты же мне ничего не сделал. Не, просто у тебя есть банка тоже. И вот о чем. А зачем мне еще стратить? Я же вернусь к тому орлу и дам ему пизды. А еще банка хп. Мне нужно понять. Олден, напиши, как работает банка. Банка снимает с тебя одно хп и повышает твою силу в 2 раза. Вот и вся история. То есть у кого 7, того 14 на минус хп. Вот и я о том же, вот, не совсем предел силы, это стартовая сила, вот и я о том же, это вроде не добавляет силы вам, по это добавляет предела. По логике всех игроков, кроме меня и Графона, нужно нам запиздиться, выпить по банке, снять друг другу по хп, захуяриться,
Потом еще шмотки друг у друга позабирать, и вот тогда будет заебись. Всем не, кроме нас. По логике самая нормальная тема это просто запиздиться с тобой, да и все. И, Лиза, и Лиза, шестерочку, Лиза, есть? Лиза, есть талисман удачи? Кстати, да. Ой, без него. Это нет. Не вот там теневой. Я просто кинула. А что бросали? Я читала. Да, я тоже не понял. Деньги, Лиза. Если сейчас выиграешь, то 6 золотых. Если сейчас ни у кого шестерки не будет, будет 6 золотых. Деньги! Тима, зачем тебе деньги в лесу? Там все бесплатно. Но он же пират. Но он в лесу. Тима? Дим? О, я нет, сейчас кинет бот, и все подкручено будет. Бля, какой же мразотный этот. Бля, что происходит? Да, видишь, я разбудил его. Изи. Бросаю кубик, а что произошло? Что вы делаете со мной? Кто выигрывает, тот получает 6 золота. Бля, перебрасываю. Не кто выиграет 6, а кто выиграет, тот еще подбросится во втором раунде. А сколько вы выбросили? 6? Да. Да, нужно выбросить 6. Блять. 4 судьбы, Димас. У тебя 4 судьбы, ты можешь ролить сколько, да. Да похуй. Мне в лесу деньги не нужны, понимаешь? Ну, алькор одиничку там и все, до свидания. Сколько вы выбросил Дима? Плюс 6, Лиза, 7 денег. Пиздец. Да я могу купить я бы гора. Пиздец, ход говна просто. Столько всего сделать. Просто город, блядь, тупой, надо в горы валить нахуй, вообще нечего делать, блядь. Лотереи какие-то, хуйня. Никому дубина ебал не набить. Хуй-то какая-то. А у меня еще изумруд лежит на несколько золотых. Лиза, у меня вот только одна причина, блядь, в городе остаться нахуй. Терентию наебашь, сломать шею ему сломать. Что, под где ассасинка живет? В городе. В городе где-то, да. Приближишься к городу, я ее найму для тебя. Нихуя себе. Блин, чем на 3 клетки. Тебе денег не хватит. Да, это так. Так. Пусть не хватит, у него каждый ход золото есть. Изучить а кто ходит? Колоду. А там достаточно это... одного золота заплатить, Лиза. Смотрю, что в городе, ебать. Ах, ебать, нихуя себе. Ебать, я нашел Тарков? Да, получается так. Мы потом пойдем в лабу. О! Ебать, смотри, лаба, нахуй, какой я сейчас перстень достану, ебать. А ну шо вынес? Смотри, перстень какой. Ебать, перстень. Нихуя. Ебать, перстень Буквально. Тренера драконов. Поработить. Нормальная тема. Так. Шестера. Все-таки Терентий самая красивая эльфийка. Селёха, вали из города, блядь. Квартал святынь. Этот город слишком маленький для нас двоих. Мне похуй, у меня нихуя нет. Стремимо прошел и толкнул тебя графон плечом. Ебать. У тебя есть жизнь, понимаешь? Теряете один предмет, теряете один золотой, забираете все предметы и золото у мошенника, затем сбрасываете эту карту. Так у него нихуя нет. В смысле, посмотри, что у него в плаще, блядь. Там три этих, блядь. Нихуя? И у него нихуя нет. Забираем, что там? Я тебе даже подсирать не буду, братан. Да блядь, у него нет ничего, что я, блядь, тебе такое зло. Никто не проебывал ему сегодня. Я даже тебе подсирать не буду, братан. Сбастул плеча, тупо такой, я не буду тебе подсирать. Повезло. Шестерку выбросил, блядь, удачи. А ну покажи хвостяку, что у нас с ней случилось за целый день. Стоять. Стоять. Лиза гонится за мной, помогите. Лиза, вот не почему... трогайте моего орла там. Я, кстати, судьба, заметил, что... судьба, блядь, судьба. Каждый талисман, ой, да, каждый наш гейм в талисман, Лиза пиздит меня постоянно. Я вот это заметил. Ты что ты сделал? За нами служил. Да. Тебя за нами идет. Можно музыку? Для вас. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в брусничных кустах. Можно отсосать в тихих местах. Можно яйца отрезать кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его можно пихать. После этого можно на муравейник насрать.
блядь. Тупо Дима в лес пришел. Что-то надо выбросить, да, Димас? Не, просто... слишком много, наверное. Я хотел использовать, но не могу сейчас. Проверяйте, алькор подскользнется на мосту. Когда я буду обменивать, надо еще моба, да? Тут не в этом проблема, понимаешь, что даже проблема не в мосте, проблема вперед, в том, графон, что ночь. Вперед, графон, точнее, алькор, алькор, давай. О, да, ночь, я ликантроп. А, уменьшается, у меня до 6, понял. Бля. Ну все, иди. Ну все, it's time. Я не смогу с ним запиздиться. А ты отпиздишь его, лол? Нет. И серьезно ты его отпиздишь? Хули там 8-8, ебать? А у меня 2. У тебя козел. У тебя козел добавляет силы. Меч. А и меч добавляет 2 плюс 3, 5. У меня будет 7, а у него будет 9. И шо? Знаешь, а шансы-то есть? Не-не-не-не-не. Тогда умирай. Погоди, а щит? Умирай. А щит я могу только... Щит только когда обороняешься. Причем все твои плюсы идут ко мне. Назад, иди назад. Да, я тоже так думаю. А там близит тебя сейчас, хоп. Но это только если вы будет раз, два. Блять, она же может выбрать... Сука, как же все плохо. Ага, делать ей нехуй использовать, я бы никогда в жизни не использовал. Она будет на меня это делать. Лол, вперед, ебашится. Не будет. Это ты бы будет, хотел, наверное, чтобы... Она лучше это использует, когда тебя пиздить будет по факту. Вот это будет нормально. Так, поединок воли 6, поединок силой у меня будет 3 от козла и 2 от этого. И 2 от себя. Это 7, то есть лучше силой драться. Ты чё? А, все, нормально, блядь. Дай мне козла. Попрошай, пусть используй. Эй, горный наездник, дай чё-нибудь. Так, козёл. Иди сюда. И двуручный меч, иди сюда. Я на козла взял меч и поехал. Так, ну 7-9, шансы, блядь, есть. Вы уже вверху кубики раздали, можно блядь. Ой, бля. 4. Но ему нужно 3. 2. 2. 3. Ровно. Да? Не, ну один блядь. Больше. Блядь. Но есть шанс перебросить. Или да, только еще? Знаешь, в чем проблема? 5-6. Да. 20%. Да, очень маленький. Да. Я но верю, блядь, в этот мир. Ебать. Надорвите его нахуй! А нельзя! А уже нельзя, ему перебрасывали, как один раз можно. Арнкель. Вместо обычного движения вы можете сбросить Аркеля, чтобы теперь под любой день. А, хуйня. Так я сбрасываю. А, сбросить, да, одноразово. Я, о, ебать, как... И избавьтесь от любого движения. Не, нормально, на самом деле, в последних картах это можешь зарешать, чувак, хуй знает. Хуя, там такие... Я избавляюсь от последователей, это хуйня ебаная. Полная хуйня. Полная хуйня. Там такие предметы. Вот тогда ты лох. Пиздец. Не брать. Не брать предмет. А у меня есть предметы уже? Меч есть. Ты можешь, по-моему, не избавляться. Да, вот мне интересно. Давайте я возьму его. Возьми а там, его. Что. Ты можешь все равно его продать, это магический предмет. Да, я могу избавиться от попрошайки в случае чего. Или как хорошо, что я его не пиздил, блядь. Так, нет, тебе может другое выпало. Нет, там можно что-то другое выпустить. Да, там есть баунт охуенный просто. Да, там маунт пиздатый есть. Там есть один из лучших, ну, это один из лучших айтемов во всяких случаях, которые мы видели. Бросаешь да, типа купы и убираешь куда угодно на протяжении. И он не одноразовый. Да, многоразовый, постоянно. Постоянный телепорт. Да, все хуй. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, если раз, в принципе два, во внутреннем три, регионе четыре, заходишь, пять. А потом ты пашешься, блядь, на корону. Ну, победил. Хорошо. Нет? Вот я только что. Тебе надо было к роботу опасному идти. Жалко, что. Нихуя. Жизнь, бросить один кубик. Член защитился потерять жизни. Хоть битву все про. А, 5-6, еще есть шанс. Нихуя себе, нормально. А ты нашел или вытянул? Взять, блин, теперь я должен от чего-то избавиться. А, нихуя себе. Блять. Почему ты до сих пор сундук не использовал? Почему ты его все носишь, типа, не используешь? Объясни. Мне нравится ходить с сундуком. Пиздец, чувак. Ты просто сморг. Ходить с сундуком. Что зелье, которое Максим спиздил, выпил? Сундук ебанутый просто. Пиздец ебанутый. Талисман, блядь. А верхний принят вы знаете, получаете один. Нахуя ты его рели носил? Талисман получаешь, блядь. Да. Сейчас берешь талисман, заходишь в внутреннюю землю, используешь эту хуйню и побеждаешь игру. Спидран. Так, сколько мне надо, получается? Да, получится. Получится. Почему нет? Два или три мне надо. А как он внутрь зайдет? Как он зайдет? Талисман. Талисман в сундуке, если он шестерку выбросит. Достает из сундука талисман и все. Так он же ломается, если не получится. 5-6 нужно выбросить. Ну, если ты выбросишь 5-6, у тебя все сработает. Вон, Олден говорит, что, по-моему, нет.
Бросай. Надо посмотреть, как это работает. Он не зайдет. А почему, кстати, Олдун я не зайду? О, помолиться в храм с морг. Так, ебать, поехали. Заплатил. Молись. Хочу. Ты заплатил за что? В храм. Я не знаю, за что я заплатите, блядь, заплатил. Заплатите и дам 2-3 золотые, затем бросьте один кубик за каждый потраченный. Сука. Хуй я, блядь, сделал. Такси оплатил, блядь, Uber. Кидай, у тебя здесь пиздатое место, на самом деле. Что ты получил? А, я похилился. Нормально. Сейчас внутри без статов что делать. Ну да, не, ну имеется в виду, что типа если ты выбиваешь, если я выбил бы талисман и открыл бы ворота, прошел внутрь, просто телепортнулся сразу бы на центр. Но мне чего кажется, так нельзя. Наверху, почему нельзя? Сокровищница, типа, да? Не знаю. А это же с босса. Так имеется в виду Олден, как раз талисман, чтобы пройти через ворота. Или ворота кто-то запиздиться нужно будет с кем-то. Нет, ворота просто, чтобы талисман ебашь туда и все. Портал власти. Ну, вот, я и говорю. То есть, получается, это должно работать? Нет, там есть... Тут хуй его знает. Какую способность использовать и бросайте два кубика, добавить два к результату. Если у вас есть незавершенный квест-код, ну, короче, ты там должен выбить ворота, чтобы зайти. Там от умения и от так. силы зависит. Что тут за карта лежит? Ага. А тут что? А, там стоит старый волшебник. Старый колдун-чародей. Нет. Олдун говорит, что нет. Ну, окей. А на руинах тяните две карты. Так, ладно, давайте тогда посмотрим, что за карты на руинах, ебать. Я, кстати, не могу пока почитать клетки карты, да, пока я сама не хожу. Наверное, можешь, нет. Пока долго что-то делают, перед тем, как что-то нажмут, ты можешь успеть нажать. Ого. Они потом что выберут тебя, оно вроде уберётся. Там следующий предмет хороший. Бля, хороший. А, так хороший. Это что они выбирают? Я имею в виду самой прокат. Хороший для меня, хороший а, для Алькора. А, только карты можешь так смотреть вроде бы. Я что-то так... Что-то так, хорошо. Хотя нет, Лиза, вроде нет, не можешь. Ну не тоже не с поединком, а просто... Могуешь, игры, опасно. Можешь, да? Mm-mm. А, нет. А как пройти тогда через ворота? О, нихуя себе, начинает Сашка, если я в полном разуме. Нихуя, Максим. Да... Ага. О, сейчас дадут заклинаний? Да. Да? Ура! Раздача заклинаний! А сколько я заклинаний могу? Мне вообще могу заклинания носить? Как через ворота Олдуна пройти? Что нужно? Мне не зависит же, да? Что? А, ебать, нихуя себе. Да, серьезно. Кубики кидать надо. Тяни, Терех. Тереха? Да-да, хожу. Подожди, а почему у меня не сработало? Я вот сейчас нажал... Да, ну хуй знает, посмотрим. Глянем. Ух ты, интересная штука. О, Counterspell. А ты смотришь? А, конечно. Ты смотришь Три в Терентия, да? Нет, в смысле, а у вас не нарисовано, что ли? Нет, ты смотришь Три в Терентия, Максим. Ты смотришь на стриме. Ну да, 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 я такой. Понятно. О, прочность, прочность. Еще и Димин смотрю, кстати, стрим тоже. А, так вот как шпион работает. А, понял. Тоже, ну, так, Алькора, ну-ка подруби для меня быстренько. Тебе в оружейку нужно купить что? Что это такое? А, подожди, вы реально не видите эти карты? Нет. И ты тоже не видишь. А, шпион может палить карты. Да, с глаз. С глаз, блять. Здорово, нахуй. Применяйте в начале своего хода это движение. Положите эту карту на любое деление во внешнем или среднем регионе, занятое персонажем. Она останется там на 3 хода, после чего идет сброс. Любой персонаж теряет одну жизнь, оказавшись на сглазе. А ты охуел читать? Давай за меня прочитаешь карту тогда. Соколиное зрение. Только потому, что ты сказал, что я нихуя не вижу. Применяйте на себя после броска кубика для движения. Вы можете перейти на любое число делений до броска кубика. Вместо расстояния результатом броска. Это как этот. Это как... Это... Короче, как маунт. В любой момент осколки... игры вы можете заглянуть в карты заклинаний других персонажей. Он может смотреть, что на руке даже, блять. Осколки души. Неплохо. Это любого персонажа или существа, с которым хотите... Чего? Нормально. Нормальный перс, я скажу. А, и как я должен выбрать? Или я все три получаю? Это все три. А, такое нормально. Лошадка, ебать. У меня один момент всего. У меня не хватает денег. Очень жаль. А, Серёг, хочешь, чтобы я забыл спелы? Да. Так у меня денег...
У меня денег нет, понимаешь, в чем дело? Да, бывает. Проклятая эльфийка. Я иду за своим кошельком, сука. Только как ты его заберешь? Ну там есть возможности. 6 к результату броска кубика, помеченный славой? Ну да. Тебя это не спасет. Думаешь? Конечно. К моему кубику плюс еще 6. Ну, 1 плюс 6, 7. 4 сапери, добавляйте, вас сдует на час по часовой стрелке на расстояние равное результату броска одного кубика, понял. Ну, сейчас день. На, не спрашивай. Да. Понял, Олден, понял тебя. Короче, не работает, если... Максим, та тактика, которую ты говорил мне с перелетом и талисманом. А что? На воротах испытаний надо кидать на статы. Это фигня. Да. Внутри ничего сделать нельзя, никакие эти не работают. И перемещение тоже не работает сразу в центр. Нужно именно проходить уже в внутреннем регионе. А чтобы через ворота сразу пройти во внутренний, нужно выкинуть либо 8-8, либо 12-12. Ну, не знаю, тогда, что это означает. Ну тогда Алькор по факту хуйня. Знаешь, единственное, где она может тебе помочь? Если, например, Максим умрет, и все его вещи будут валяться на одной клетке, ты сможешь куда-то тпшнуться, все собрать, типа... Это я правда смогу, да. Вот единственное, какое применение я могу придумать этой хуйне. А типа Алькор убил этого челика, все, его больше убивать нельзя, Не, можно фармить его много раз. Если ты сильный, ты можешь фармить одну и ту же локу на миллион раз, если ты прокачаешься. Да? Просто надо вовремя начать уже идти в центр. Алькор может шлем сбросить в самом начале локации и тпшнуться к нему. Ну, к примеру, чтобы зафармить еще раз. Не шлем, а... Ну да, эту штуку. И... Он зашел в локу, скинул эту хуйню и сразу к нему. У меня не хватает, понимаешь? Сибермашер. У меня один... Один золотой нужен. О, он едет назад! Блядь, дядька, хуйня, двигай! Ебать, она едет! Она ко мне идет? Слава богу, блядь. О, неплохо, Дима. Это что, соколиный глаз? Прочность. Просит приманку, чтобы спасти. Димас идет пиздиться. Так, а что там меня ждет в этой хуйне? Встречайтесь на это предназначение. Не, не хочу. Да почему? А нахуя мне? Предназначение. Предназначение мне тпшнет куда-то и все, охуенно. А зачем ты изунул спел тогда, подожди? Я ничего не... А, изунул? Дядя, у тебя 7 сил. Так у меня 7 силы, что было. Запиздиться в конце и заебать. Ваш темный экран, поэтому... Ты что ты... Ты рофлишь? Попав на деление в третьем, вы переместитесь в любую чащу нелесных земель. Охуеть. Я хочу в лесу жить вообще-то. О, вот это класс. Это как золотом, только судьба. Только да, только судьба. Это классно. И мы 4-2 по судьбе. Да. Я бы на его месте тратил. Он там наелся у себя. Ебать, я просто не тратил ее. Понял, но это все очень сложно. А, у меня. А, Лиза! У меня избушка была, находила только на пятерку. У меня получается, я ходил к локацию, дается судьба назад. На локацию дается судьба и назад. У меня просто не было выбора. Или идти на моба, блядь, 10-10. Бля, тоже ложь хочу. Так. Три там у Димы полные карманы счастья. Там. Да, особое такое себе, не? Так. Стручок феи, счастливая монета. Не трожь стручок феи. Возьми что угодно, но не трогай стручок феи. У феев есть стручки. Их возьми, кстати. Двух раундов после этого хода вместо его карты приключения персонаж включает карты подземелья, затем темные обыватели уходят в сброс. Это шо? Ебать, что-то страшная штука. Да, блядь, там картинка страшная тоже, пиздец. Ебать, я что-то начал какую-то страшную вещь, извините, а, пожалуйста. Не страшно, что голем, он нападает или нет, если становится на клетку? Так, я отойду на... А, бля. Давай. Так. Ты сходи. Я сейчас в лавках буду отсиживаться от этой хуйни, я ебал. Лавка. А, кстати, Графон, ты помнишь, Лёха тебя заставлял в шахматы играть? Да, я помню. Так, сейчас я смотрю просто, что тут можно сделать. Эту боль не забыть. Если по пути, какие? Мозговую боль. Штурм. Мне надо сбрасывать эту избушку. И, кстати, не, я сейчас выйду из леса, а здесь это, блядь, какой-то ебаный робот. Так, я не помню. Дальше по способности полю бросить 2 кубика, добавить для РСН. Хуйня какая-то. Как микрофон активируется вкусно. Кого? У этого, у графона. Я, кстати, до сих пор не залагал ни разу еще за все время. Я моя. А ты должен был... А, типа про это? Ну да. Ну да, по факту не залагал.
Блять, не хочу на квест колдуна, вообще какой-то без вариантов сюда идти. Максим, а смотрите, какой Дереха Риль что? Умный. Смотри, я скинул. Если квест колдуна — это норм тема, ты возьмешь квест, за который тебе дадут талисман. Ебать, отвратительно. Который я брал в самом начале, помнишь? Типа, он тебе даст квест. Угу. Фу, блять. Посетить волшебниц. Так. Фу, блять, ты делаешь в города. Бля, Лёха, квест. Когда я такого вообще мог додуматься? Это я открыл ВК, а это хуйня там, блять, чат, смотрите. Так, и мне типа теперь в город кому-то надо, да? Фу, блядь! Димас, ну нахуй, блядь, монстр! Ужасно! А-а-а! Меня аж свело! Нёба, фу! Приходишь ты такой к нему, выпить пивка, а он тебе, блядь... Виски, блядь! Максим! Извините. Ты виски со льдом? Да, братан! Бросаем сначала. Виски со льдом. О, ебать, нихуя! Ебать, нормально. Только сейчас мы сначала посмотрим, что там, блядь, меня может ожидать. Но звучит, кстати, двояко, типа делать кубики из сосисочной воды. Ты ж, а вот приключения. Можно по-разному понять. О, нормас. Ошибка. Ошибка. Он не знает, чат, он не знает. Да, он не знает. Он не знает. Я не знаю? Да, ты не знаешь. Бывай. А в чем про завершил ход? А в чем проблема? Там уже была одна карта. А, ебать. Блять, я не могу в лавку зайти, я могу только пойти туда. Но тут механический шкаф с силой 4. Бей его! Ёбаный рот, так я его не убью сейчас ночью, он опять мне даст пизды. Ёбаный шкаф. Ножки, береги мизинцы. Сука. Давай. Ночью шкафы, бля, и тумбочки особенно опасны. Давай. Ребят, вы меня извините, но я пойду. Ты пошел, давай. Да. Все, закругляйся. У меня бот доиграет, да. Давай, я, давай, может быть, через час, через полтора приду. Давай. Ты вроде не, окей, ну, ладно, давай. Сможешь, может быть. Не знаю, посмотрим. Тут у меня плавит очень сильно. Не знаю, почему. Бывает. Голова отдыхай. Прямо это. Давай, спок. Давай, пока. Спокойной ночи. Да и не спать, я просто пойду. Отдыхай. У нас игра закрылась. Блин, да, меня. Да. О-о-о-о-о. Да не, там есть сейвы. Чиф. Уф. Уф. Нормально ты вышел. Да, Юра, я сейчас буду бросать кубик, когда буду пиздиться. Уф. Уф. Хорошо вышел.